Вскоре на Святой Земле миру откроются тайны, которые скрывает Ватикан. В Израиле международная группа ученых завершает перевод первоначального текста Библии. Эксперты собрали исходные экземпляры Священного Писания. Книги Ветхого Завета на древнеарамейском языке, нового на древнегреческом, а также дополняющие их рукописи, которые были найдены совсем недавно. Исследователи справедливо полагают, что за время господства Святого Престола в Риме Библия была сильно подчищена идеологами и искажена переводами. Уже в ближайшем будущем человечество узнает, о чем гласит книга книг на самом деле. И, возможно, история окажется совсем иной. Но что пытались скрыть от верующих святые отцы? Святой Грааль – один из самых таинственных артефактов христианства. Предмет вожделений правителей и отчаянных героев-одиночек всех времен. Он дарует прощение всех грехов и вечную жизнь. По библейскому преданию, это чаша, из которой пил Иисус Христос во время Тайной Вечери. После его распятия в эту же чашу Иосиф Аримафейский собрал кровь Спасителя. Стоит отметить, что доказательств существования этой чаши не было и нет. Ни одно реальное историческое лицо не видело и не держало в руках Грааль. Более того, ни один ученый не способен объяснить, как кубок с 2000-летней органикой может даровать бессмертие. Но вера в Грааль исторически настолько сильна, что часть экспертов задумалась. А что на самом деле может скрываться за этим образом? Сам Грааль – это не чашечка, не кубок, не ящик, не камень, а это святая кровь Святого Христа. Какую информацию можно получить из крови? Прежде всего, это анализ ДНК. Современные ученые, окажись кровь Христова в их руках, могли бы многое рассказать о наследственности Сына Божьего. Это могло бы объяснить тайну его чудесного происхождения. Однако даже без этого вещественного доказательства у экспертов есть факты в пользу того, что Иисус из Назарета не был из семьи бедного плотника. Святая кровь иудейских царей, ведущих происхождение от рода Давидова. Святая кровь как некая тайна наследственности. Иисус происходил из царского рода? Но эта смелая гипотеза родилась на основе исследования биографии его матери. Профессор МГИМО Владимир Захаров располагает свидетельствами, что в жилах Девы Марии текла кровь сразу двух царских родов Древней Иудеи. Родословная ее отца, святого Иоахима, восходит к первосвященнику Аарону, брату пророка Моисея. А по материнской линии она была из рода царя Давида. Так что в этом отношении она действительно происходила из царских... была потомком царских кровей. Она, как бы сейчас сказали, она была царского рода по Галахе. Есть еще косвенное, но убедительное доказательство. Место, где проводилась Тайная Вечеря, было выбрано Иисусом не случайно. Это здание цело, и сегодня его можно увидеть в Иерусалиме. На первом этаже могила Давида и Соломона, а на втором этаже Тайная Вечеря. Ну, человек непонимающий не понимает, а понимающий говорит: подождите, но ведь над могилой предков может в Пасху праздновать трапезу только потомок. Ему говорят: да, потому Иисус Христос имел законное полное право на могиле Давида и Соломона осуществлять трапезу, потому что он был из дома Давидова. Получается, тайна чаши Грааля – это происхождение Иисуса. И все вертится вокруг того, что он был сыном иудейской царевны. Но не все так просто. Возможно, это позволит нам объяснить ряд чудес, приписываемых Христу. Не случайно иудеи определяют принадлежность к роду Израилеву по матери. Возможно, этот народ уже тогда знал то, что лишь недавно открыли ученые. Женщина передает ребенку так называемую митохондриальную ДНК. Еще не все ее тайны изучены. Но есть версия, что именно через эту ДНК можно унаследовать особые качества, передающиеся генетически. Речь идет о сверхспособностях, которыми Дева Мария, возможно, обладала по праву рождения. Эта женщина была магиней изначально. Она родилась магом. Не в том смысле, что она называлась это магией, а ее уровень духовный – это был уровень мага. Именно потому, когда вот воплощался Христос, выбрали именно ее для воплощения.
То есть ее задача была в том, чтобы обеспечить Христу соответствующий рост. Рост духовный. Рост мог обеспечить только человек, который сам является магом, который сам имеет определенный уровень. Библия действительно приписывает царю Давиду и его сыну царю Соломону деяние, которое мы сегодня назвали бы магией. Соломон, как описывается, даже мог повелевать ангелами и демонами с помощью некоего кольца. Способен апеллировать, вызывать элементалей, духов стихий, которых потом называли джиннами. Он, кстати, их вызывал и привлекал в строительство храма Соломона. А потом, чтобы они куда-то их деть, он их запечатал в бутылке и бросил в океан. Могли ли цари древней Иудеи обладать особыми качествами, которые передаются по женской линии? Странное совпадение, но у всех более поздних народов, где известные колдуньи, знахарки или волхвини, считается, что магический дар наследуется по матери. Или магия – это всего лишь технология, известная избранным. Это называется ведьма. Веда – это звезда. Поэтому индийские веды называют звездные книги, буквально, если переводить. То есть ведьма – это так, кто умеет читать по звездам. Библия ничего не говорит о том, чем занимался Иисус с 8 до 30 лет. Однако ряд других источников содержит косвенные сведения об этом. Они действительно были бы несколько неудобны для официальной церкви. Иисус, скорее всего, он имел очень продолжительную практику, причем оккультную практику в Древнем Египте у очень мощных и очень, ну, говоря опять же современным языком, продвинутых магов Древнего Египта. Он, скорее всего, мог обладать определенного рода умениями, талантами, скажем так, которые позволяли ему творить то, что сейчас называется чудеса. Однако Спаситель мог учиться не только в Египте. Он отсутствовал в родных местах минимум 2 десятка лет. За это время даже тогда можно было побывать во многих священных местах. Есть свидетельство о том, что он был в землях Заратустра, то есть зороастритов, то, что он имел дело с индуистскими племенами, которые, как гласят легенды, как есть какие-то устные свидетельства, имели способность левитировать, что позволяет ходить и по воде. Он не зря до возвращения на Святую Землю обошел места существования прарелигий. Это и ведизм, это и буддизм, это и зороастризм. Это безусловно. О принадлежности Иисуса из Назарета к тайному мистическому братству стало понятно из недавно переведенных так называемых кумранских рукописей. Они дополнили один загадочный и туманный эпизод Нового Завета. Сейчас закончена колоссальная работа библейскими учеными, которые находятся в Иерусалиме. Они пересмотрели Библию, они взяли старые экземпляры, старые еще арамейские экземпляры Библии, экземпляры кумранские какие-то. Они перевели. Они перевели заново, сохраняя вот тот склад, стиль и смысл, который с их точки зрения был заложен в Библии. В Евангелии говорится, что Иисус 40 дней и ночей провел в пустыне с дикими зверями. Почему же они не съели его? Из кумранских свитков следует, что речь идет вовсе не о животных. Зверями называли себя последователи учения иессеев. Они питали отвращение к испорченным нравам городов и жили в пустыне на северо-западе от Мертвого моря. Иессеи были единственным течением иудаизма, которое признавало Христа как мессию. Утверждено, что Иисус Христос был иессеем высшего посвящения. Что такое иессеи? Это значит некий такой тайный орден, как он назывался, сыны света, которые должны бороться с сынами тьмы. Иессеи практиковали учение о сынах света и сынах тьмы. К первым они причисляли себя, а ко вторым весь остальной мир. Что означает это название? Для этого нужно заглянуть поглубже в историю. Часть ученых склонна считать, что традиция наследования по женской линии восходит корнями к культу богини-матери. Он был характерен для всех первых цивилизаций. Историки Ближнего Востока знают, что иудеи переняли свои традиции у более древней культуры – шумерской. Она процветала на территории от Ирака до Турции еще 8 тысяч лет назад. Шумерские космогонические тексты были переведены недавно.
и с точки зрения современных знаний они невероятны. О чем рассказывают шумеры? Они говорят, что их боги, анунаки, ану – это небо, ки – земля. Анунаки – это, значит, их представители на земле. Эти анунаки якобы 444 тысячи лет тому назад высадили десант на землю, организовали тут колонию из 50 этих анунаков, и был назначен их главным Энки, старший сын Ану, главного правителя. В шумерских текстах сказано, что боги Анунаки решили создать человека. Главный бог Энки взял нечто, переводимое и как глина, и как жизненная суть, и вложил в лоно богини Нинхурсаг, которая выносила и родила первых людей. Дело в том, что жизнь на земле и те животные, которые тут существуют, генетически, вернее, там нет этого слова, в основе имеют ту же основу, что и мы на нашей планете жизнь. И с помощью, ну, я уже нынешними словами скажу, генной инженерии можно создать из этих существ какое-то такое способное выполнять вот эти все вспомогательные работы, необходимые анунакам. И таким образом освободить это. Отсюда в том числе и родился культ богини-матери. Но что стоит за этим? Как понять смысл древнего текста? Могла ли в древности некая женщина дать начало человеческому роду? Как ни странно, ответ на этот вопрос дал в 1985 году американский генетик Алан Уилсон. Его команда исследовала митохондриальную ДНК и вычислила, что все человечество произошло от одной женщины. Для удобства ученые назвали ее Евой. Христианский мир ликовал, ведь подтвердилось описанное в Библии. Но миф об Адаме и Еве списан с шумерского текста. Да. Дело в том, что в Библии написано «из ребра Адама». А по-шумерски «ребро» и «жизнь» одинаково звучит. То есть можно сказать, что это основа жизни. То есть это какой-то ДНК. То есть это клонировали Еву из кода Адама. Почему же сыны Израиля заимствовали эту историю? Возможно, потому что иудейские цари восходили своими корнями именно к первым царям Шумера. А шумерские боги Анунаки в Библии называются Элохим. В европейских изданиях Ватикан решил переводить это слово как «Господь». На самом же деле в древнеарамейском языке это прилагательное множественного числа, которое означает «сияющие». Тут я снова могу сослаться на Библию. В ней сыновья богов описаны как огромные существа, сияющие ослепительно белым светом. Они спустились с небес и превосходили человечество на несколько порядков в силе, выносливости и духовном развитии. И братство Иисеев, признавшие Иисуса, называли себя сынами света, потому что верили, они являются прямыми потомками Элохим, сияющих. Но почему за священным Граалем охотились еще тысячу лет спустя? Если это всего лишь тайна происхождения креста, она утратила важность после его распятия. Однако толкователи средневековых символов считают, что чаша Грааля – это кровь Христова в ином, не общепринятом понимании сосуда. Грааль на самом деле считается, что это как бы вот род Иисуса, который пошел от него, то есть кровные родственники Иисуса. На фресках монастыря Санта-Мария-де-ла-Грация в Милане или мозаике Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге по правую руку от Христа находится некто, с первого взгляда узнаваемый как женщина. Официальная церковь считает, что это апостол Иоанн. Но великие мастера, расписавшие храмы, знали важную деталь, сегодня малоизвестную. По иудейским обычаям, справа от мужчины на пасхальной трапезе должна сидеть законная супруга. И из евангельской истории известна только одна претендентка на эту роль.
Мария Магдалина, она являлась наследником, носителем традиции, королевской традиции, носителем рода, крови Иисуса Христа. Она, естественно, была его ближайшим сподвижником, а вовсе не апостол Иоанн. Именно поэтому она изображена на картине по правую руку от Иисуса Христа. Версия, что Мария Магдалина была не просто спутницей, но и супругой Иисуса, сегодня набирает все больше сторонников и в научном мире. В Новом Завете содержится множество намеков, что Иисус имел статус женатого человека. Один из самых явных – сцена, описанная в Евангелии от Иоанна. Когда Иисус сидел за столом в доме Лазаря, Мария, взявши фунт нардового драгоценного чистого мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Однако, согласно традициям древней Иудеи, исполнить этот обряд могла только законная супруга Иисуса. Более того, это был свадебный ритуал. Существует версия, что Мария Магдала, сестра Лазаря, была его женой. Существует указание в Библии о том, что Иисус Христос присутствовал на своей свадьбе. Существует версия, что его сын сохранился. Но почему принято считать Марию Магдалину блудницей? Возможно, этому способствовал ее внешний вид. Мария была родом из Галилеи, свободного города, где женщине не считалось зазорным ходить простоволосой. А в иудаизме и позже в христианстве неубранные волосы были признаком распущенности. Мария Магдалина была галилеянка, хотела простоволосой. И это уже была распутница. Она по иудейским законам вела себя неправильно. А уж тем более, если она была женщиной замужней, то она должна была сразу собрать волосы в пучочек, закрыть платочком. Что же стало с семьей Иисуса после его распятия? Этим вопросом еще в 70-х занялись историки Майкл Бейджент и Ричард Ли. В 1982 году, основываясь на многолетнем исследовании древних текстов, они выпустили научную монографию. Ее выводы стали сенсацией. Но Римская католическая церковь весьма постаралась, чтобы обсуждение не вышло за стены университетов и колледжей. Данные позволяют предположить, что Мария Магдалина со спутниками бежала из Иудеи на юг современной Франции. Похоже, они заметали следы, спасаясь от гонений. Большинство источников утверждает, что в местечке Мессалиния, там, где расположен нынешний Марсель, высадились сразу три женщины по имени Мария. Марии было несколько. Ну, во-первых, там, где высаживалась Мария в Марселе, существует маленькая деревня, в ней стоит храм трех Марий. Трех Марий. Это Мария Египтянка, Мария Магдалина и Мария из той Марфы и Марии, которые были две сестры в свите Христа. То они вроде как приплыли вместе с Магдалиной. С Марией Магдалиной связан таинственный культ Черной Мадонны, и ныне распространенный на юге Франции и в Испании. Многие почитаемые в тех краях иконы и статуи изображают Деву Марию с ликом очень темного цвета. Возможно, Черная Мадонна появилась благодаря тому, что одна из трех Марий, Мария Египетская, и в самом деле была темнокожей. Черная Мадонна – это как бы основа западной волны семитов. И мавры, да, и вот и чуть посевернее. Ну, то есть испанская, североафриканская вот эта линия. Еще одно имя, связанное с пребыванием Магдалины в Мессалии – Святая Сара, покровительница цыган-католиков. Черная Сара, или Сара Кали, была спутницей трех Марий. Прованская легенда гласит, когда Мария Магдалина и ее спутники были изгнаны из Святой Земли, Сара добровольно присоединилась к ним. Могут ли цыгане быть хранителями древнейших мистических секретов? В пользу этой версии говорят их способности к ворожбе, гаданию и гипнозу и тщательно сохраняемая чистота крови. В этом случае внешняя маргинальность нужна, чтобы отвлечь внимание от их истинного предназначения. Это, возможно, способность к какому-то там гипнозу, определенным видам. Вот. И я думаю, что это где-то даже, может быть, на генетическом уровне хранится, то есть передается из поколения в поколение, потому что, во-первых, народ, который не смешивается с другими нациями крайне редко, то есть это принято, то есть цыган, цыганка, все чистокровные. Вот. И поэтому это может быть идти даже вот на уровне, вот, ну, грубо сказано, ДНК, наверное. Однако есть гораздо менее известная, но более волнующая версия. Сара была не служанкой, а дочерью Иисуса и Марии. Доподлинно неизвестно, сколько детей было у Христа и Магдалины.
Но чаще всего в источниках упоминается двое. Сын Иосиф и дочь Сара. На острове Валерон, где Валеронская церковь Марии Магдалины и орден Марии Магдалины, на витражах, знаменитые витражи, Валеронские витражи, там Мария Магдалина сидит, у нее на коленке сидит мальчик чуть постарше, а на руках девочка чуть помладше. Эти дети, носители царской крови, были рождены, чтобы править. Все больше исследователей склоняется к версии, что они выполнили свою миссию. Кто-то из них стал прародителем французской династии Меровингов. Права этой династии на престол будто бы нарочно подтверждались многочисленными чудесами. Самое известное из них случилось во время коронации одного из Меровингов в Реймском соборе. Известно вот это предание о той голубке, которая принесла ему скляницу с миром, тем самым миром, который был помазан царь Давид в свое время. И я как раз вот доверяю вот этому церковному преданию. Кстати, во время так называемой Великой Французской революции скляница была публично разбита одним из депутатов, который через некоторое время застрелился. Такие вещи тоже даром не проходят. Вопреки древним традициям, в Европе власть наследовалась по мужской линии. Но наследник не мог стать королем без королевы. Причем королева непременно должна была быть истинной Альбигенс. Так в Провансе называли наследников древних царей. Это правило уходит корнями во времена самых первых цивилизаций. Шумерские тексты рассказывают о том, что царицу считали богиней от рождения. А правитель наделялся божественным статусом лишь после вступления в брак. Царский род – это с точки зрения магии не так важно. Он важен в каком смысле? Что он позволяет сохраниться этим людям в качестве аристократии этого мира, скажем так. Меровинги правили на территории современной Франции с 5 по 8 век нашей эры. Поначалу короли этой династии даже не короновались в церкви. Им не было необходимости подтверждать свои права на престол. При этом ни один человек, в жилах которого не текла кровь святого Грааля, на трон рассчитывать не мог. Это нравилось далеко не всем. Созрел заговор. Для его исполнения заговорщики воспользовались именем императора Константина Великого. Константин Великий – одна из самых значимых фигур европейской истории, ибо он – отец христианской Европы. С его приходом закончились века преследований. С его видения перед битвой у Мульвийского моста, когда он увидел в небе крест, началась легализация христианства в Римской империи. И он был покровителем этой новой религии. Главными заговорщиками были папа римский Захарий и Пипин Короткий, мажордом последнего из Меровингов, Хильдрика III. Орудием злоумышленников стал Константинов дар, поддельная грамота, которую якобы составил Константин Великий в 312 году. Она даровала римскому первосвященнику право утверждать христианских императоров и королей. Ни один светский правитель не может возглавить высокий пост, стать королем, императором, без того, чтобы его не утвердил, не мира помазал римский папа. С помощью Константинова дара Хильдрик был смещен и отправлен в монастырь. Его место на троне занял коварный Пипин. Тогда никто и не подозревал, что грамота была фальшивкой. Доказательства поддельности Константинова дара были получены в 15 веке итальянским лингвистом Лоренцо Валла. Подлинный текст его исследования ныне хранится в библиотеке Ватикана. Однако его точное содержание известно лишь узкому кругу лиц. Согласно известному документу, подлинность которого многие оспаривают, так называемый Константинов дар, именно римские, именно папа римский, ватиканские первосвященнослужители, они имели право не то чтобы назначать, а как бы сказать, санкционировать назначение того или иного главы государства, став таким образом не просто наместниками Бога на земле, но и светскими, весьма важными деятелями светского характера. В тот момент авторитет Константина в христианском мире был так велик, что новый закон приняли даже недовольные.
Дело было за малым. Уничтожить все свидетельства и всех свидетелей. Изменили даже символ христианства. Рыба, которая была не только символом Иисуса, но и родовой эмблемой меровингов, уступила место политкорректному кресту. Если рыба однозначно являются символами царской власти, королевской власти, и если рыба ассоциируется с Иисусом Христом, как один из символов Иисуса Христа, соответственно, а он является, в свою очередь, носителем королевской власти, то взять рыбу в качестве символа Иисуса Христа, таким образом получается, что все равно происходит некий отсыл, некая возможная провокация на тему того, что будут искать наследников Иисуса Христа. С той поры все неудобные библейские тексты безжалостно уничтожались. Под запрет попало даже Евангелие от Марии, рассказывающее о детстве Христа. Слишком уж человечным показалось оно римским клирикам. Исчезло и Евангелие от Иуды. Ведь трактовка событий любимого ученика Иисуса сильно не совпадала с официальной версией. Разумеется, было наложено табу на Евангелие от Марии Магдалины, которое еще сильнее шло вразрез с каноном. Ей Петр говорит, зная свое место, Марии Магдалине, как мы помним, в канонических Евангелиях, а вообще в Марии Магдалине, в Евангелии Марии Магдалине, вообще не упомянуто, что она вообще с Петром общалась. А потом, кто такой был Петр для нее? Это для католической церкви, он камень, на котором построили церковь. А для него он был Сема, Симон, младший брат Андрея Первозванного. То есть человек, который рыбу пожарить, воду принести, это мальчик на побегушках. Иисуса Христу начали приписывать безбрачие и аскезу. Из его образа постепенно вытравливалось все человеческое. Церковь не просто запрещала книги, которые не вошли в канон. Уничтожались и сами издания, и их читатели. Но были те, кто помнил о прошлом и хранил истину. По мнению историков, они населяли те самые земли, где нашла убежище Мария Магдалина и ее дети. Это братство называлось катарами и альбегойцами. Одной, значит, из святынь катаров, ну, предполагалось, что в том же вот знаменитом замке Монсигюр, это и была чаша Грааля. Владыки Лангедока, графы Тулузские, по некоторым данным, были одной из династий святого Грааля. Неудивительно, что именно в их замке хранились священные реликвии. Свидетельства царского происхождения Иисуса, Марии и их детей. Они являлись некой банковской ячейкой, в которой хранились вот эти данные про Марию Магдалину и ее династическую тайну. А это была действительно очень серьезная, это был очень серьезный аргумент. И, конечно, Ватикан хотел бы им завладеть, чтобы этого больше никто не знал. Но графы Тулузские отказывались делиться артефактами. И в 1209 году папа римский Иннокентий III объявил альбегойский крестовый поход. Жители Лангедока были объявлены еретиками и обречены на уничтожение. Это известная легенда, когда спросили, как отличить это подлых катар от настоящих христиан. Было сказано, убивайте всех, Бог своих разберет. То есть речь идет о том, что необходимо было уничтожить категорически, уничтожить, не считаясь никакими заплатами, вплоть до того, что за одного виноватого уничтожать 10 невинных, лишь бы они были уничтожены, что было и сделано. В цветущий Лангедок вторглась многочисленная армия Симона де Монфора. Кровавая бойня продолжалась 35 лет. Более миллиона людей погибло, а цветущая некогда провинция лежала в руинах. Апофеозом бойни стало взятие неприступной цитадели катаров замка Монсигюр. Те, кто выжил, позавидовали погибшим. Во время жесточайших пыток палачей интересовало только одно. Вопрос об их священных текстах. Ни одного из них не осталось. Возможно, во время допросов инквизиции они говорили лишь о том, что знают одно лишь Евангелие, а о своих книгах молчали. Никто из альбегойцев так и не выдал тайну Святого Грааля. Более того, они не пытались избежать своей участи. С радостью шли на пытки и на костер. Ведь, по их учению, мучительная смерть в огне очищала человека от всех грехов и открывала дорогу в рай. Почему на костер? Тоже очень. Нам это преподносят как кошмар на костер. А потому что богородичные катары и альбегойцы считали, что пламя очищает. Что с пламенем ты сразу уходишь в Ирий, в рай. С пламенем, с дымом костра ты уносишься туда, если ты человек чистый. А альбегойцы себя называли чистыми.
Альбигойский крестовый поход – далеко не первый случай, когда Рим затевал военную операцию ради изъятия реликвий или уничтожения неугодных. За полстолетия до разорения Лангедока, 13 апреля 1147 года, папа римский Евгений III объявил крестовый поход против палапских славян-вендов. В своей булле папа приравнивал участие в нем к крестовым походам на восток и реконкисте. Участники получали отпущение грехов, уклонистам грозило отлучение от церкви. Главной целью славянского крестового похода стал легендарный Балтийский остров Руян, ныне Рюген. Мало кто знает, что там много столетий процветала Аркона, город-храм древней славянской цивилизации. Этот комплекс был нас настолько почитаем, что ему платили дань все, скажем так, королевства Балтийского моря. То есть там Норвегия и прочие, все ему свозили дань. Мало того, на этом, в Арконе жили жрецы, которые предсказывали будущее, прошлое. Вот. Этот комплекс был гораздо более популярен в древнем мире, чем греческий оракул, который хорошо сегодня известен. Что за люди жили на острове Руян? Об этом можно узнать из воспоминаний европейских купцов и путешественников, которым случалось бывать в Арконе. Все они единодушно утверждали, что обитатели острова были искусны в ремеслах и военном деле, сведущи в науках и мореплавании, а еще удивительно честны. Посетив с 1124 по 1127 год земли поморских славян, христианский епископ Аттон Бамбергский недоумевал. Честность же и товарищество среди них таковы, что, совершенно не зная ни краж, ни обмана, они держат сундуки и ящики незапертыми. В самом деле, ни замков, ни ключей мы там не видели, а сами они были весьма удивлены, увидев наши вьюки и ящики запертыми. Платье свое, деньги и все свои драгоценности они хранят в своих бочках и катках, просто накрытых крышкой, и не боятся никакого обмана, ибо не испытывали его. Еще больше удивляла европейцев почти поголовная грамотность жителей Руяна. И не только Руяна. Изучая древнейшие берестяные грамоты, академик РАЭН Андрей Тюняев пришел к выводу, что до прихода христианства почти все славянское население было грамотным, в том числе и на Руси. Пожалуйста, любой исследователь берестяной грамоты, все наши академики, уважаемый Залезняк, он прекрасно скажет, что в то время, в XI веке, то есть до прихода христианства, Русь была почти 100% грамотна, писали все, не только женщины, но и ребята-малолетки. То есть им писали всякую ерунду из деревни в деревню. Аркона была не только средоточием веры западных славян, но и средоточием славянской науки. Как полагает Андрей Тюняев, именно эти знания, древние рукописи и книги, были основной причиной, по которой церковь так рвалась на восток. Ведь здесь бережно хранили знания древней праславянской цивилизации. Самая главная цель – отделить простой народ от массы, от знаний, а поставить между простыми людьми и знаниями священника или попа, который объяснит правильно суть бытия и куда, как говорится, простому человеку грести. Но чем так помешали Ватикану древние знания? Возможно, римские клирики понимали, если мир узнает о древней славянской цивилизации, то на всей канонической библейской истории можно будет поставить крест. Ведь, судя по древним текстам, в те времена, когда процветала праславянская цивилизация, предки авторов Библии еще и писать не умели. Кинорежиссер Алексей Муратов объездил немало стран в поисках следов этой таинственной цивилизации праславян. Он пришел к выводу, что славянское государство простиралось на большей части территории современной Европы. На самом деле, действительно, пребывание на древних праславян и в Греции, и в Италии, и в Германии, и ну, уже теперь и в Испании, и во Франции, конечно, и в Англии, на теперешней территории Англии, конечно, это, безусловно, оно было. И оно не просто было, оно было основополагающим. Вот о чем речь. Поэтому вся знаковая система, которая сегодня существует, она у нас продолжает существовать. И та, которая была в средние века, и в древние, и до нашей эры, вся праславянская знаковая система сохраняется с удивительным упорством. Племена венедов упоминается в работах историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры, а также Плиния Старшего, Тацита и Птолемея Клавдия.
Более того, все они также упоминают загадочную и могущественную страну Гиперборею, которая возникла много тысячелетий назад и располагалась далеко на севере. Согласно историку Диодору Сицилийскому, верховным богом Гипербореи был Аполлон, сын богини Лето. Между тем, многие исследователи отождествляют Лето со славянской Ладой, богиней любви и красоты. Это была страна всеобщего благоденствия. И что отсюда произошли некоторые божественные, так сказать, существа, в частности, Аполлон. И вообще относились к этой стране с большим и весьма большим почтением. Гиперборея просуществовала много тысяч лет и погибла в результате сильнейшего природного катаклизма. Однако даже в самой сильной катастрофе редко погибают все сразу. Может статься, части гиперборейцев удалось выжить и стать создателями легендарной славянской страны. Если вы приедете в Германию и начнете разговаривать с учеными Германии, которые являются хранителями музеев, которые хранят удивительные артефакты, и мы все это видели и снимали, они вас отвезут на те места, где с помощью раскопок реконструированы, восстановлены древние поселения. Мы были там и видели все это дело. И расскажет вам, что две трети территории, как минимум две трети территории Германии занимали древнейшие прославянские племена. По мнению Алексея Муратова, это была легендарная Гардарика, страна городов. Позже европейцы назвали ее Тартарией. Судя по средневековым картам европейских географов, страна была огромной. Если мы возьмем почему-то британскую энциклопедию, мы прочитаем, что самая большая империя, самая мощная, существовавшая последняя, да, одна из последних, называлась Тартария, с последней столицей в Москве. Она включала свои границы, всю Икумену и так далее. Именно эту страну описывал в книге «Славянское царство» итальянский католический священник Мавро Орбини. Многотомный трактат «История всех славянских родов» вышел в 1601 году. Арбини писал его на основе древних рукописей из библиотеки Ватикана. 444 страницы в этом трактате. И там есть ссылки на 333 источника. То есть, это фактически это не трактат, а это просто, как бы сказать, подборка свидетельств о древности славяно-скифов. Почему Мавро Орбини предпринял такую вещь? А потому что ему не понравилось, что выскочки в его времени как бы хотят представить себя самыми древними родами, затирая по-настоящему древние. Поэтому он написал вот этот свой труд о первоисточной древности славяно-скифов. Орбини был уверен, русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шленской землей, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями. Разумеется, такое не могло понравиться ни европейским монархам, ни католической церкви. Книгу запретили и постарались уничтожить. К счастью, некоторым экземплярам удалось уцелеть. Сам факт того, что некое такое альтернативное исследование, посвященное древнему племени этрускам, что оно попадало под негласный запрет Ватикана, это как раз свидетельствует о том, что неудобные, неправильные знания, неправильные книги, они, конечно, запрещались, они изымались в более жесткой или в менее жесткой форме, но вот эта цензура, она, безусловно, присутствовала. Костер ждал идеологически вредные книги не только в средние века. Одно из последних аутодафе едва не вспыхнуло в середине просвещенного 19 века. И снова это было дело прославян. Профессор Варшавского университета Тадеуш Валанский попытался расшифровать этрусскую письменность с помощью славянских языков. Закончил он достаточно плохо, потому что у него очень хорошо получилось расшифровать. Он составил сравнительные таблицы этрусского языка, а этрусский язык переживал разные этапы, ну, более ранние, более поздние. Он составил сопоставительные таблицы этрусского языка, славянского языков, если я не ошибаюсь, он брал польский, и, собственно, латинский алфавит. И получалось, что, в общем-то, очень хорошо расшифровываются эти надписи. Но кончил этот ученый, к сожалению, очень плохо.
Как удалось установить исследователю письменности и истории дохристианской Руси Александру Иванченко, когда труд Воланского в 1847 году вышел в свет, католический примас Польши обратился в Святейший Синод России с просьбой испросить разрешение у императора Николая I применить к Воланскому аутодафе на костре из его книг. Да-да. В середине 19 века университетского профессора собирались сжечь на костре из его книг, потому что католической церкви они не понравились. Спасло ученого только заступничество российского императора. Николай I, которого в учебниках изображают невежественным солдафоном, ознакомился с книгой, повелел перевести ее на русский язык и приставил к Воланскому охрану для содействия ему в его экспедициях по собиранию тех накаменных надписей и впредь и охранения его персоны от возможных злоключений. Католическая церковь в интересах, собственных, так сказать, интересах, освобождала территории, причем делали это не так, как мы сегодня говорим друг другу с помощью радио, телевидения и газет. Это был огонь и меч, и все, что можно было применить к этой цели. Конечно, было для них существование, скажем, на территории Германии, где Карл разворачивал свои действия, существование народа с ведической традицией, с ведической религией, это была как кость в горле. Но даже самодержец всероссийский не рискнул выпустить эту книгу в свет. Он повелел спрятать несколько экземпляров, а остальные сжечь, дабы не наносить вред духовенству. Впрочем, духовенство все равно осталось недовольно. Ну что ж поделаешь, это религия, да, у религии есть политика, у нее есть свои цели и задачи. Я имею в виду у церковнослужителей, у, так сказать, у церковного чиновничества. Бог тут вообще ни при чем, так сказать, если он существует. И у этрусков были свои боги, которые перешли потом в Рим, у последующего христианства. Что же такого было в этой книге? Кем были этруски? И почему расшифровка их языка полякам так испугала не только Ватикан, но и православную церковь? По одной из версий, жители Этрурии, которые пришли на италийский полуостров задолго до римлян, были остатками погибшей древней цивилизации. Они хранили ее знания и не спешили ими делиться. Письменность этрусков не удалось расшифровать до сих пор. Вообще это большая загадка, потому что спросить, откуда произошло этрусское письмо, это все равно, что окунуться на 20-30 тысяч лет назад. Мы там не ходим. Думаю, что никто из специалистов не ходит, даже те, кто занимается этрусским письмом. Единственное, что мы можем сказать на сегодняшний день, что письмо, как письменность как таковая, этрусская, насчитывает несколько тысяч лет. Среди артефактов, которые остались от этрусков, есть вещицы, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет. По словам кинорежиссера Алексея Муратова, выполнены они настолько мастерски, что становится ясно. Уровень развития технологий у этих мастеров был очень высоким. Откуда появились этруски, доподлинно неизвестно. Но у Андрея Тюняева есть своя версия. Происхождение этрусков, оно, в общем-то, если читать между строк, и если читать правильно, оно установлено. Там везде написано, что этруски пришли с севера, в те местности. И если, ну и так вот, даже по внешнему виду, они же все-таки себе изображали, а у нас есть глаза, мы можем посмотреть антропологическое соответствие по тем же вазам, по тем же изображениям. Ну, там видно, что это в большинстве своем все-таки европеоидные люди. В музее Ватикана есть этрусский зал. В него запрещено заходить славянам. Поговаривают, что каждый человек, который знает русский, болгарский или другой славянский язык, сможет перевести все надписи на древних артефактах. Андрей Тюняев рассказывает, что этруски вели свои записи на праславянском языке, который гораздо ближе к современному русскому, чем искаженный Кириллом и Мефодием церковнославянский. Если брать язык этрусков, то там с ним, на мой взгляд, вообще все просто. Потому что алфавит этрусский, он практически повторяет русский алфавит. Он не повторяет греческий алфавит. В нем нет никаких ни альфа, ни вот этих вот там капы, да, вот эти вот непонятные буквы, которые нигде, кроме Греции, не используются. В этрусском алфавите практически русские буквы. Этрусские рукописи хранят загадку могущественной и древней праславянской цивилизации. И Ватикан вовсе не хочет, чтобы ее разгадали потомки. Ну, может быть. Может быть, и желание, значит, где-то сохранить в более недоступном месте предметы с письменностью. Их огромное. 10 тысяч текстов насчитывается официально. Этрусских, ну, представляете, сколько это?
Кажется, столько лет уже прошло. К чему Ватикану скрывать дела минувших дней? Кто осудит папу Франциска за дела его средневековых предшественников? Что в современной политике и экономике так уж изменится, если вдруг Ватикан признает, что история происхождения Иисуса и Марии Магдалины – чистейшая правда? Однако католическая церковь продолжает цепко держаться за свои секреты. Не так давно ныне покойному Иоанну Павлу II пришлось извиняться перед человечеством за деяния средневековой инквизиции. И Ватикану совсем не хочется каяться в том, что его представители целенаправленно уничтожали потомков их же собственного бога. Ведь этого человечество может и не простить. Великая тайна нисхождения благодатного огня в Иерусалиме накануне светлого праздника Пасхи много столетий остается чудом для верующих. Огонь является во время молитвы священника в ложе у гроба Господня. Патриарх спускается туда безо всяких воспламеняющихся предметов и возвращается с горящим факелом. По мнению верующих, благодатный огонь возникает сверхъестественным способом. Но атеисты считают это неразгаданным фокусом. Откуда же берется благодатный огонь? Что это? Проявление высших сил, грандиозная мистификация или уникальное явление природы? Ученые не оставляют попыток разгадать эту тайну. Руководителю лаборатории ионных систем Курчатовского института Андрею Волкову удалось то, что до сих пор не удавалось никому. Он провел научный эксперимент в храме гроба Господня в Иерусалиме. В момент сошествия благодатного огня высокоточные приборы зафиксировали резкий всплеск электромагнитного излучения. Однако для того, чтобы определить, что вызвало его, у Волкова пока не хватает данных. Исследования продолжаются. История христианской религии таит в себе немало таинственного. Чудотворные иконы и внезапное исцеление, явление святых и воспарение над землей. Все эти чудеса приписывались воле Господа. Но у этой воли были свои проводники. Кто же они? И как объяснить природу чуда? После Иисуса главным чудотворцем был апостол Петр, он же первый папа римский. У первых апостолов, да, было служение при Христе. И у них была та сила власти над всем, над, условно говоря, вот как мы говорим, над светлым и черным, да, вот. У них была сила власти, наверное, большая. Вот. Хотя, если человек действительно искренне верующий, то у него сила эта сохраняется. Как известно из Евангелия, Петр проявил слабость и трижды отрекся от Спасителя. Но позже он искренне покаялся и был прощен Господом. Позже Петр проповедовал в Риме, обратил в христианство множество язычников. В послании священному ученика Маркела, римлянина, говорится, что Петр совершал великие чудеса, исцелял больных и немощных, а однажды воскресил юношу царского рода. Вы знаете, чудеса бывают самые разные, да, в том числе и те чудеса, которые сотворил этот папа, да. Это и, опять-таки, излечение больных. Это, так сказать, там какие-то другие вещи. Император Нерон приговорил Петра к распятию. Последнее желание святого удивило палачей. Он попросил, чтобы его распяли вниз головой, потому что считал себя недостойным умереть так же, как Спаситель. Мученическая смерть была уделом большинства первых понтификов, в том числе четвертого папы римского Климента I, которого крестил сам апостол Петр. Русская православная церковь признает католиков и архиереев их в сущем сане. То есть мы признаем, что у них апостольское рукоположение. Они ведут свое рукоположение не от каких-то неведомых людей, да, а именно от апостолов. Вот. Поэтому это вот первое, что для верующего человека сила эта всегда очень большая. Этот праведный понтифик славился многочисленными чудесами. Он исцелял больных, силой молитвы открыл источник там, где люди погибали от жажды. Император Троян сослал Климента в крымские каменоломни, а после и вовсе повелел убить. Но даже после смерти Климента чудеса не закончились. Но он
Он был утоплен в море, чтобы последователи не нашли его тело. Но чудесным образом море каждый год отступало на несколько дней, давая верующим возможность приходить поклониться мощам мученика. Поклонение мощам – одна из самых необычных традиций христианства. С одной стороны, церковь запрещает тревожить тела умерших. С другой стороны, требует поклоняться мощам святых. Объяснение этому противоречию дал в своих сочинениях преподобный Иоанн Дамаскин. «Святые несут мертвые, ибо после того, как тот, кто есть сама жизнь и виновник жизни, был причтен к мертвым, мы уже не называем мертвыми почивших в надежде воскресения и с верою в него», – писал он. Размышляя о смысле данного чуда, немецкий теолог Михаэль Хайземан пришел к выводу, что мощи даны людям как напоминание о силе Господа. Смысл любого чуда заключается в том, чтобы напомнить людям о том, что их создал Господь, и что для Него нет ничего невозможного, и что вера творит чудеса. Святость, благодаря ее тесной связи с Христом, способна преодолеть законы природы. Чтобы увеличить количество святынь, тела святых разделяют на части. Неужели это не считается кощунством? Вовсе нет. Еще Иоанн Златоуст писал о разделении мощей. Святые мощи от разделения на части не только не уменьшаются, но еще более являют свое богатство. Таково свойство вещей духовных, что через раздаяние они возрастают и через разделение умножаются. Так и гуляют по свету десницы Иоанна Златоуста, пальцы великомученицы Екатерины и ноги апостола Филиппа. Причем благодаря мошенникам в количестве явно большем, чем предусмотрено анатомией. Но есть и неоспоримые святыни. Это одна из главных реликвий католического мира. Кровь святого Януария пролилась во время его мучительной смерти. Она была собрана присутствующими на казни верующими. Два флакона с высохшей кровью святого Януария хранятся в кафедральном соборе Неаполя. Чудо происходит раз в год, 19 сентября, в день мученической смерти святого. Сухая кровь буквально вскипает и на весь день остается жидкой, а потом опять превращается в порошок. Это чудо невозможно объяснить, но, может быть, это просто мистификация или какой-нибудь химический фокус. Некоторые подозревали, что за этим кроется какой-то фокус, но тщательное медицинское исследование показало, что это не что иное, как человеческая кровь. Это никакой не фокус, не магия. Бог показывает нам, что Он истинный правитель мира. По нашей молитве может произойти чудо, и мы не должны предаваться иллюзии, что наука все объясняет. Флаконы с кровью святого Януария запаяны. Ученым пришлось довольствоваться только спектральным анализом. А вот по другой реликвии им удалось сделать биохимию и установить любопытные данные. Эта святыня была обретена в 750 году в городе Ланчано. А началось все, как ни странно, с недоверия к таинству причастия. И под этим подразумевается, что вино по сошествию Святого Духа превращается в номинальную кровь Христа, а хлеб – в его тело. Священник церкви святого Лонгина Сотника во время причащения святыми дарами усомнился. Неужели в хлебе и вине может пребывать тело и кровь Христа? Стоило ему подумать об этом, как он ощутил, что хлеб стал плотью, а вино – кровью. С тех пор измененные святые дары хранятся на престоле храма святого Франциска Ассизского в Ланчано. В 1970 году медики, химики и биологи взяли их на анализ. Официальное заключение гласило, в дарохранительнице в Ланчано находится свежая человеческая кровь четвертой группы и фрагмент ткани сердечной мышцы без признаков тленности. Бывают случаи, когда мощи святых не разлагаются. Есть полностью разложившиеся мощи, а есть и нетленные, которые даже источают мира, которая распространяет чудесный запах.
инспектированы специально созданной врачебной комиссией. Протоколы заверены подписями врачей и свидетелей. С научной точки зрения факт полного сохранения тела Бернадетты является чрезвычайным и необъяснимым. Ученые полагают, что причиной тому сверхъестественное вмешательство, заступничество Девы Марии. При жизни она 18 раз являлась Бернадетте. Ей явилась Дева Мария и обещала прийти еще. И действительно она возвращалась. И она не узнала Богородицу, она просто сказала, что ей явилась красивая, светящаяся женщина. Деревенские жители, слышавшие ее рассказ, предположили, о ком может идти речь, и посоветовали спросить в следующий раз имя женщины. И когда она это сделала, последовал ответ: «Я непорочное зачатие». С помощью Девы Марии святая обнаружила целебный источник. Там и сегодня излечиваются больные. Только за первые 50 лет паломничества полностью излечились от тяжких болезней около 7 тысяч человек. Большинство из этих случаев задокументировано и имеет письменное медицинское подтверждение. Профессору МГИМО Владимиру Захарову довелось принимать участие в организации поездки к чудесному источнику паломников из России. Он лично убедился, да, эта вода действительно исцеляет. Мальтийский орден специально устраивает поездки туда за свой счет, он везет туда больных. Вот. Несколько раз были большие группы из России, ездили уже вот как бы в наше время. Вот. И поскольку случаи исцеления были вот явственны, это не просто вот там кто-то мне что-то рассказал, да? Но человек приехал больной, там все, ему стало легче. Разве он должен это считать не чудом? Конечно, чудо. Врачи не могли ничего сделать. А тут я поехал, вот помолился, совершилось. Некоторые исследователи пытаются списать все чудеса на психологическое внушение и даже самогипноз. Сейчас мы знаем масса ученых разработок о том, что психологическое воздействие совершенно сильное. Можно снять кому, можно снять какие-то там тормоза в мозгу, если человек сильно верует. Однако разве может гипноз заставить прозреть слепого или рассосаться раковую опухоль? Между тем, эти чудеса происходили не только в седой древности, но и в наше время. А значит, были исследованы с помощью самой новейшей аппаратуры и технологий. Однако даже современная наука так и не может ответить на два вопроса – как и почему. А вот профессор Захаров на вопрос «почему» для себя ответил. Мы же часто рассуждаем с чисто прагматических. Такого не может быть, и все. Вот не может быть, потому что не может быть. Мы забываем о том, что существует вера. И как сказано в Евангелии, что если у вас есть вера даже с горчичное зерно, и вы скажете «горе сей, сдвинься», то гора подвинется. Понимаете? Современная наука в принципе не может объяснить ни одно из этих чудес. Точно так же никто не может понять причину возникновения стигматов, болезненных кровоточащих ран на тех участках тела, где располагались раны распятого Христа. Считается, что этими ранами Господь испытывает самых преданных своих подвижников. И вот что интересно. За всю историю христианства стигматы никогда не возникали у священнослужителей. Единственным исключением стал священник Падре Пио, один из самых таинственных католиков 20 века. Однажды, когда он молился в замке в Сан-Джованни-Ротонда, яркие лучи пронзили его сложенные в молитве руки и ноги, уподобив Христу, наделив удивительными способностями. Он видел, говорит ли человек правду в исповедальне, лечил больных, даже появлялся одновременно в двух разных местах. Тому было много свидетелей среди монахов. Эту способность называют биолокацией. В своих видениях Падре Пио часто разговаривал с Иисусом, Марией и своим собственным ангелом-хранителем. Донимали его и бесы.
Каждую ночь он сражался с ними. По утрам падре часто находили со следами крови, синяками и другими физическими знаками борьбы. А однажды его нашли с переломанными костями. Однако даже это не мешало святому отцу оставаться удивительно дружелюбным и жизнелюбивым человеком. Владимиру Захарову довелось общаться с людьми, которым помог падре Пио. Понимаете, когда человек больной, он больной, да? И он обращается к врачам, он делает уколы, принимает таблетки, там кучу всяких процедур, а ему ничего не помогает. Он пошел, вот, падре, ну что мне делать? У меня уже все, у меня сил нет. Я не знаю, что делать мне. Вот как? Вот все, у меня вот конец, все. Он говорит, сын мой, иди, все будет хорошо. Знаете, и все это происходит. И когда я вот воочию это увидел, естественно, у меня появляется вера в это. Падре Пио обладал даром предсказания. Однажды его навестил недавно возведенный в сан польский священник. Падре Пио сказал ему, придет день, и ты станешь папой. Священника звали Кароль Войтыла. Как и было предсказано, он стал папой римским Иоанном Павлом II. Священник по фамилии Войтыла, он из Польши приехал, тогда это было сложно, понимаете, из Польши, тогда советской Польши, да, приехать вот в Италию, это было очень трудно, хоть он и католический, все, но он совершил вот такой вот поступок, ему удалось оказаться, значит, сказать, там в Италии, и он поехал к нему, к падре Пио, с тем, чтобы просто встретиться, поговорить. Совсем скоро, 27 апреля 2014 года, состоится его окончательная канонизация. Одним из официально зафиксированных чудес Иоанна Павла II стало исцеление монахини от болезни Паркинсона. Причем это чудо он сотворил посмертно. Когда покойного понтифика признавали блаженным, эта монахиня несла реликварий с его кровью. 10 000 человек говорили о ее излечении. Это не какая-то туманная история, это задокументированный случай. И самое удивительное, что она страдала от болезни Паркинсона, той самой, от которой страдал сам папа. И излечилась после его смерти, когда обратилась к нему с молитвой. И буквально на следующий день болезнь отступила. Врачи пару лет наблюдали ее, и не было ни одного рецидива. Вместе с Иоанном Павлом II канонизируют еще одного понтифика, Иоанна 23-го. Он был известен всему миру как «добрый папа». По воспоминаниям близких, Иоанн 23-й был внимательным, деликатным, добродушным, очень приятным в общении человеком с мягким чувством юмора. Когда 3 июня 1963 года он умирал от рака, тысячи людей пришли на площадь перед собором Святого Петра. Они хотели быть как можно ближе к своему любимцу. Понтифика можно было спасти, но он отказался от операции. Тело доброго папы эксгумировали 16 января 2001 года. Оно оказалось совершенно нетленным. Иоанн 23 совершил чудо. Его мощи остаются нетленными, что стало основанием для его канонизации. Чудеса совершал и предшественник доброго папы Пий XII. Существует документальное свидетельство того, что он посмертно излечил женщину на последней стадии рака. Итальянка Мария Эспозито уже потеряла надежду и готовилась к смерти. Вдруг по какому-то наитию свыше Мария мысленно обратилась к папе Пию XII, который возглавлял Ватикан в годы Второй мировой войны. Женщина попросила папу помолиться за нее. Почти сразу она почувствовала себя легче. А вскоре на очередном осмотре врачи с удивлением обнаружили, что опухоль исчезла. Чудом считаются случаи, когда происходит спонтанное, внезапное излечение без медицинского участия, вопреки всему, что известно о течении этого заболевания и прогнозе. В последние десятилетия римские понтифики являют миру примеры скромности и доброго отношения к людям. Однако так было далеко не всегда. Святые отцы сами были далеко не безгрешны. То, что в прошлые времена вытворяли наместники Святого Престола, не снилось даже закоренелым развратникам. Латиняне, наследники старой-старой античной культуры, где свальный грех, мужелочество, скотоложество были естественными спутниками этой культуры.
Так как эротика несет некое дополнительное наслаждение к обыденной жизни, естественно, что латиняне приняли и вот эти старые традиции, которые были заложены у них в крови. Так как все это происходило там, где кругом скульптура, античная языческая скульптура, где фрески скульптурные, а языческие, где все это видно и все это впитывается с молоком матери. Без малого 60 лет, с 904 по 963 год, в Ватикане царила порнократия, то есть эпоха блудниц. Именно так историки называют период, когда римской католической церковью фактически управляли две дамы. Мать Феодора и ее дочь Морозия из могущественной аристократической семьи Теофилактов. Разумеется, правили они неофициально. 12 пап римских, которые сменились за это время, были любовниками, сыновьями или внуками предприимчивых дамочек. Все они прославились самым распущенным образом жизни. Например, Сергий III, предполагаемый любовник Морозии. Дело в том, что папы к тому моменту, ну, если мы говорим о папе Сергии, они ведь являлись не просто представителями, наместниками Бога на земле, они фактически в очень сильной степени контролировали и светскую власть. Они усвоили многие весьма негативные качества, которые были присущи, ну, властителям светского толка. Это и любовь к алкоголю, это и любовь к женщинам, и не только к женщинам, к сожалению. По свидетельству американского историка Сэмюэля Веста, Сергий III наполнил папский хор любовницами и незаконнорожденными детьми и превратил папский дворец в воровской притон. Также Сергию принадлежат два весьма нелицеприятных рекорда. Он был единственным в истории понтификом, не скрывавшим, что приказал убить своего предшественника, папу Христофора. А еще он был единственным папой римским, которому удалось передать престол святого Петра своему незаконнорожденному сыну, Анастасию III. Второй бастард Сергия также побывал папой римским Иоанном XI. Ну, если папа мог себе позволять многие, скажем так, как говорилось в одном фильме, излишества всякие нехорошие, то почему он не мог иметь внебрачных детей, это во-первых. А во-вторых, почему, имея внебрачного ребенка, мальчика, он не мог продвигать его, как бы сказать, на свою должность, попытаться сделать наследуемым, ввести принцип наследования на должность римского первосвященника. Но самым аморальным папой римским за всю историю церкви признан внук Морозии, последний понтифик периода порнократии, папа Иоанн XII. Сэмюэль Вест пишет, что Иоанн XII превратил Ватикан в настоящий бордель. Этот наместник Бога на земле насиловал женщин-паломниц прямо в базилике святого Петра. Умер он, соответственно. Во время любовных забав папу хватил удар. Феодора и Морозия правили Римом руками своих мужчин. Однако была в истории женщина, лично занимавшая святой престол, папесса Иоанна. Разумеется, свою принадлежность к прекрасному полу она тщательно скрывала. Как-то так сложилось в самом начале в ее детстве, что в том приходе, где, которому она была приписана, не было мальчиков, которые помогают, там, кадила подносят, свечки зажигают. Ну, в общем, два мальчика должно быть при католической службе минимум. Вот один мальчик был, а второго не было. И она, как девочка, переоделась мальчиком и предложила, что я тоже буду эти свечки зажигать. Вскоре предприимчивая девушка стала певчим, а затем получила сан католического священника. Будущая папесса была усидчивой, умной и, что невероятно в те времена, долго хранила целомудрие. О том, что она не мальчик, так бы никто и не догадался. Хороший, симпатичный мальчик, который рос, все помогал, все знал. И, соответственно, получила сан, потом получила сан больше, потом стала епископом, потом архиепископом, потом кардиналом. Скромность и целомудрие выгодно отличали переодетую девушку от кардиналов мужчин. Она не употребляла алкоголь, не устраивала оргий, не имела любовников или любовниц. По мнению историка Андрея Синельникова, именно это и сыграло роковую роль при выборе следующего папы. И сказал, скромный, хороший у нас кардинал, замечательный. Ни в чем порочном, заметь, как писали, в порочащих связях замечен не был. В порочащих связях замечен не был. И ее выбрали.
Ну вот оказалось, что все-таки она не совсем целомудренная и где-то прогуляла ребенка. Вот это ее изгубило. По легенде, папесса Иоанна родила во время крестного хода. И ее, и ребенка растерзала оскорбленная в лучших чувствах толпа. После этого случая всех последующих пап стали проверять на соответствие анатомии. И после этого ввели при приеме в папы некую такую процедуру, где папа садится на стул без сидения, но садится в рясе, садится на стул без сидения, а под рясой ничего нет, и залезает специальная служка и смотрит, он не женщина ли это, кого же мы выбираем в папы. Но история римского разврата была бы неполной без семьи папы Александра VI Борджиа и его незаконнорожденных детей, дочери Лукреции и ее братьев Чезаре и Джованни. По слухам, папа лишил собственную дочку девственности, когда ей было 13 лет, и с тех пор они часто забавлялись всей семьей. Александр VI часто устраивал настоящие оргии для иерархов католической церкви. Он цинично пояснял, что хочет показать им, как выглядит рай. Иногда во время таких оргий противники папы умирали мучительной смертью. Александра VI за глаза называли аптекарем сатаны. Он отравил столько людей, что хватило бы на небольшое государство. Они действовали достаточно открыто. Они, в общем-то, не скрывались. Они, если убивали, так убивали. Если отравляли, так отравляли. И об этом становилось известно не только людям посвященным, но и достаточно широким народным массам, скажем так. Во времена правления Александра VI Рим окончательно превратился в большой бордель. В городе существовали целые кварталы куртизанок. Причем, по слухам, многие дома были связаны с Ватиканом тайными ходами. В ту пору, как гласит перепись, в Вечном городе промышляло около 6800 куртизанок, а все население Рима было немногим больше 50 тысяч человек. Такая потребность была всегда. Вы знаете, в тех городах, где особенно вот существуют какие-то места, вот через которые идут передвижения постоянные, и поэтому в основном все эти купцы, все это в основном мужское население. При этом понтификам все сходило с рук. Их могли убить ради власти, но никогда не наказывали за разврат. Бывший пират-неаполитанец Бальтазар Коса принял тиару под именем Иоанна 23-го. Однако позже его выборы объявили незаконными. Иоанн стал считаться антипапой и утратил порядковый номер. Его обвинили в пиратстве, убийстве, садомии и инцесте. То, что делали папы, ну или отдельные представители пап, это, конечно, был полный диссонанс, и папы выглядели, ну, мягко говоря, не наместниками на земле, они выглядели просто как непотребные люди. И именно этим, я думаю, что в том числе и было продиктовано, ну, возможно, это была не главной причиной, но вот поведением пап в быту и, так сказать, на службе, и было продиктовано возникновение многочисленных тайных обществ. В постановлении о его низложении содержалось 74 пункта. 20 не зачитали вслух по причине крайней непристойности. Например, ему ставилось в вину изнасилование 300 монахинь. Обычного человека за такие прегрешения ждали бы пытки и мучительная смерть. А Коссу в качестве наказания понизили в должности и назначили епископом тускуланским. Церковь всегда считала себя находящейся на высочайшем уровне, превыше своих собственных правил. Это можно сказать не только о церкви, но и о любой великой, мощной организации. Почему же те, кто должен был являть собой пример кротости, скромности и благолепия, вытворяли такое? Американский историк Джон Рапопорт полагает, что причиной тому – вседозволенность. Они считают себя превыше закона. Они знают, что хорошо для всех остальных. Ватикан всегда так думал. Так что есть всякие прелаты, священники и всякие такие те, кто повыше, заявляли, мол, у нас иммунитет к греху. Мы можем удовлетворять свои аппетиты полностью, и нам ничего не будет за то, потому что мы управляем всем, что вокруг. Потому что мы главные, потому что мы знаем, что все, что мы объясняем людям, это обман. Такие разные понтифики. С одной стороны, святые чудотворцы и мученики, жертвующие собой во имя веры. С другой, развратники, извращенцы-отравители. Как примирить их в рамках одной религии? Возможно, все дело в том, что первые понтифики принимали сан еще во времена гонений на христиан. Большинство поплатилось за это жизнью. Те же, кто пришел им на смену, были другими.
Когда католическая церковь стала могущественной организацией, истинно верующие уступили место карьеристам, ищущим власти. Переломный момент наступил при римском императоре Константине Великом. Константин Великий – одна из самых значимых фигур европейской истории, ибо он – отец христианской Европы. С его приходом закончились века преследований. С его видения перед битвой у Мульвийского моста, когда он увидел в небе крест, началась легализация христианства в Римской империи. И он был покровителем этой новой религии. Он основал церкви в Риме на могилах апостолов, в Иерусалиме, у гроба Господня, на месте его гибели и на месте воскресения. Поначалу Константин был язычником. Его мать, святая Елена, тайно исповедовала христианство и решила доказать сыну истинность истории Христа, для чего отправилась в Иерусалим и устроила там настоящие археологические раскопки. И в 326 году в пещере недалеко от Голгофы ей удалось найти место, где хранилось три креста. Один из них благоухал миррой. И когда она нашла все три креста, и когда на одном из крестов положили больного, и он, так сказать, выздоровел, то стало ясно, что это именно тот чудодейственный крест. Вот. Крест разделили на две части. Одну из них Елена отправила сыну в Византию, другая осталась в Иерусалиме. В 638 году Иерусалим сдался арабскому войску. Крест разделили на части и вывезли в Европу. В Иерусалиме осталась лишь одна часть. Она-то и досталась крестоносцам. Но они рано обрадовались. В битве при Хаттине Саладин нанес сокрушительное поражение крестоносцам и забрал истинный крест. Возможно, мусульмане-фанатики уничтожили святыню. Но это маловероятно. Вы знаете, в это верили и мусульмане. Чудодейственный крест. И я знаю, что один из... сравнить недавно умерших мусульманских халифов, да, он заболел раком. Тяжело заболел. И, имея колоссальные деньги, его никто не мог спасти. И ему к нему пришел вот один христианский священник и сказал, что вот я хочу вложить тебе вот частичку от древа креста Господня. И благодаря этому он прожил еще 20 лет. Части креста Господня сегодня хранятся в Турине. Однако главной святыней этого города по праву считается Туринская плащаница. Это льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф Аримафейский завернул тело Иисуса Христа после его распятия. Когда плащаница была выставлена на обозрение, фотограф-любитель Секондо Пиа сделал снимки и обнаружил на негативах человеческий лик. По мнению верующих, он является достоверным портретом Иисуса. Одно время ученые сомневались в подлинности этой реликвии. Было проведено тщательное ее исследование. Радиоуглеродный анализ показал, что ткань была создана в средние века. Но неужели знаменитая плащаница – это фальшивка? Химик Андрей Иванов советует не спешить с выводами. По его словам, последствия нескольких пожаров, в которых побывала святыня, могли существенно исказить результаты анализа. Вопросами загрязнения Туринской плащаницы органических, так сказать, органического привноса занимался не я, занимался вот Александр Васильевич Беляков с коллегами, в частности, так сказать, вот из ФСБ, которые владеют этим методом анализа, и они выявили, что вот существенно может повлиять то загрязнение, которое могло упасть на Туринскую плащаницу и существенно сдвинуть возраст. А вот как на ткани появился нерукотворный лик, современная наука определить не в состоянии. Изображение находится на самой поверхности ткани. Оно проникает вглубь волокон не больше, чем на несколько микрон. Современные методы не позволяют воспроизвести ничего подобного. Кроме того, что мне вот стало интересно, она обладает еще и микроструктурой. То есть, если вы рассматриваете фотографию довольно качественную, да, то вы можете рассмотреть микроструктуру. Если вы фотографировали лес, вы можете при хорошем разрешении найти, так сказать, рисунок листа и муравья обнаружить. Изобразить микроструктуру не удается даже самым искусным художникам. А вот на лике Христа на Туринской плащанице такая микроструктура есть. Нарисовать такое, так сказать, невозможно.
это миллион штрихов, так сказать, на небольшом объеме, это автоматически отпечаталось то, что находилось, так сказать, вот рядом с Туринской плащаницей. Туринская плащаница хранится в специальном ковчеге в Кафедральном соборе Турина. Увидеть ее можно лишь раз в 10 лет. Однако в Турине находится место не только христианским святыням. Этот город по праву считается самым мистическим местом в Италии. Герцоги Савойские были очень увлечены эзотерикой. Несмотря на то, что были католиками и посещали церковь, они всегда оставляли дверь открытой для иного. Мне рассказывали, что если кто-то в их доме болел, рядом всегда находились доктор, священник и маг. Город хранит воспоминания об алхимиках и магах, служивших при дворе правителей Турина, герцогов Савойских. В свое время здесь побывали граф Калиостро, граф Сен-Жермен, Казанова, Парацельс и даже Нострадамус. Будучи в Турине, Нострадамус жил в доме, которого сейчас уже нет. Дом назывался «Домус Мороцца». На месте, где он стоял, был найден камень. Его сфотографировала журналистка Дембек. Надпись на камне говорит следующее. «Я жил там, где сходятся ад, чистилище и рай. Кто меня уважает, будет прославлен. Кто меня презирает, будет разрушен навсегда». И по мнению эзотериков, эта надпись прямо указывает на два лица магического Турина. Считается, что в Турине сходятся два географических треугольника. Один – треугольник черной магии. Помимо Турина, его вершинами являются Прага и Лион. Второй – треугольник белой магии. Турин, Сан-Франциско и Лондон. Темные и светлые силы в этом городе постоянно противоборствуют, и город имеет два сердца. Темное бьется на пьяцца Статутто. Насколько известно из исторических источников, на пьяцца Статутто всегда происходили мрачные, темные вещи. В римские времена там был некрополь. В более позднюю эпоху стояла церковь Святой Инквизиции, где собирались братья-доминиканцы. Кроме того, здесь сохранилось место, которое до сих пор называют кругом повешенного. Раньше там вешали людей. На пьяцца Статутто находится монумент, на вершине которого возвышается черный ангел. Историк Лаура Ауди рассказывает, что согласно одной из легенд, это Люцифер. Белые фигурки людей внизу монумента пытаются подняться к нему, но он движением руки отбрасывает их назад. Взгляд Люцифера устремлен к месту, где белый и черный треугольники соединяются. Это собор Гран Мадре де Дио. По преданию, под этим храмом захоронен священный Грааль. А скульптуры перед входом «Вера и разум» несут в себе тайный смысл, связанный с пророчествами Нострадамуса. В Турине есть очень любопытная городская легенда о вратах дьявола. Эти врата, которые находятся во дворце графа Трукки Левальдиджи, были построены буквально за одну ночь. Они просто выросли с нуля за одно мгновение. Есть предание, что построил их сам дьявол. Туринс уверен, хозяин дворца, граф Трукки Левальдиджи, продал душу дьяволу еще в юности. Нечистый помог простому парнишке разбогатеть и даже стать министром финансов при Савойском дворе. Разбогатев, Трукки построил этот прекрасный дворец. Однако он долгое время остается без центральной входной двери. И вдруг, за одну ночь, она появилась. Да не просто дверь.
В центре ее – фигура дьявола, который держит во рту двух змей. Змеи – это символ злых языков. Un diavolo con la bocca spalancata che tiene in bocca due serpenti che si arrotolano. I serpenti sono il simbolo delle male lingue, delle cattiverie che si dicevano. Возможно, так Труки намекал окружающим, что его связи с нечистым всего лишь сплетни. Но кто знает? Может быть, ворота со своим портретом ему действительно подарил дьявол. Ведь смог же враг рода человеческого сотворить целую Библию. Библия дьявола – одна из самых таинственных книг в мире. Ее размеры поражают воображение. Высота фолианта чуть меньше метра. Ширина почти полметра. Толщина 22 сантиметра. А вес 74 килограмма. Состоит уникальная рукопись из 640 страниц. При этом 624 из них неплохо сохранились. Она была написана в начале 13 века. Чешским монахом, который там, ну, легенда такая, что он за ночь взялся там написать книгу, которая потрясет мир, оказалось, что он этого не может сделать, и он тогда как бы вступил в контакт с дьяволом. Главная загадка этой рукописной книги – ее авторство. Ученые установили, что огромная рукопись написана одним человеком, одним почерком. Однако для этого обычному человеку понадобилось бы писать не меньше 30 лет, причем без перерывов даже на еду и сон. Михаэль Хеземан полагает, что эту книгу на самом деле написал не монах, а сам дьявол, с которым тот заключил сделку. Черт вошел в его келью, написал все, что знал, всю мирскую мудрость в одну книгу. И на эту книгу, судя по всему, было наложено проклятие. Прекрасная чешская легенда, и книга, она тоже существует. И то, что потом произошло с монастырем, где она была создана, а он был разрушен в 15 веке, приписывается этой проклятой книге. Что же заповедал людям дьявол в таинственной рукописи? Эта книга содержит совершенно несовместимые вещи. Святое Писание и заклинание экзорцизма. Тексты этимологии Исидора Сивильского и иудейской войны Иосифа Флавия. Трактаты по древней истории, магии и медицине. Набор различных заклинаний и сборник назидательных примеров для проповедников. Но главное, на 290-й странице манускрипта нарисовано уникальное – портрет самого дьявола. В конце 30-летней войны таинственная рукопись была захвачена шведами и в качестве трофея увезена из Праги в Стокгольм. Чехи до сих пор мечтают вернуть Библию дьявола. Вот что удивительно. Церковь, сжигающая гораздо более невинные книги вместе с их авторами, на Библию дьявола никогда не покушалась. Более того, несколько поколений монахов Подлажецкого монастыря изучали по ней Святое Писание. Зато римские клирики по совершенно непонятной причине ополчились на Джузеппе из Копертино, самого известного левитирующего монаха. В 1630 году Джузеппе участвовал в крестном ходе и вдруг внезапно приподнялся в воздух. Такие случаи стали повторяться, и вскоре Джузеппе стал известен как «летающий святой». Церковь, опасаясь, что это явление приведет к нездоровому любопытству и созданию культа, отправила его в монастырь. Изолировала там. Но члены ордена, монахи, продолжали наблюдать, как он левитирует. И однажды во время молитвы, в присутствии многочисленных свидетелей, он поднялся так высоко, что смог прикоснуться к верхней части стоящего креста и обнять его. Это невозможно представить и тем более объяснить. К сожалению, исследовать это чудо современными методами не удастся. Случаи левитации и в средние века были довольно редки, а в наше время прекратились вовсе. Но остались многочисленные свидетельства этого чуда, и очевидцам можно доверять. Люди видели своими глазами не то, что вот там это какое-то там съемки непонятно чего, да? Это можно ведь все что угодно сделать. За уши поднять и показать, что это самое. Вот. Поэтому
когда происходит вот такое вот состояние духовное, очень высокое, да, что человек может оторваться от земли в своем вот молитвенном экстазе, как угодно это называете, понимаете? Что было, то было. Свидетелями чуда были многие известные люди, приезжавшие в монастырь на Богомолье. Среди них кардинал Факинетти, будущий папа Иннокентий IX, принцесса Мария Савойская, прославленные врачи, хирург Франческо Пьер Паоли и терапевт Джачитто Карузи. А случайно оказавшийся там протестантский князь Йохан Фридрих был так потрясен, что перешел в католицизм. Das hat stattgefunden. Das ist ein großes Wunder, aber Wunder. Это действительно происходило. Это великое чудо. Но чудо предполагает преодоление законов природы, доказывающее, что Творец, их создавший, может их нарушить. Вот я сейчас покажу вам изображение 17 века. Он левитирует на глазах у зрителей. Это подтверждение того, что он левитировал. На 60 метров поднимался. Но самым масштабным и необъяснимым из католических чудес прошлого столетия остается явление Богородицы в португальском городке Фатима. Неграмотным детям 13 мая 1915 года явилась Дева Мария, когда они пасли овец в горах. И она сказала им: «Приходите 13 числа каждого месяца». А первое явление произошло 13 мая. Дети так и делали. И в конце она обещала им, что произойдет чудо, свидетелями которого станут все люди. Разумеется, поначалу рассказы детей взрослые восприняли как выдумки. Но вскоре случилось обещанное Девой Марии чудо. И действительно, 70 тысяч человек увидели это чудо. В дождливый, беспросветный день солнце пробилось сквозь тучи и моментально высушило одежду всех, кто это видел. Высушило землю в одно мгновение, потеплело, и солнце будто танцевало на небе. Это было совершенное чудо. Ничего подобного в новейшей истории больше не было. Самая важная часть фатимского чуда – это послание, которое передала через детей Богородица. Три неграмотных ребенка очень точно запомнили эти пророчества и пересказали их. В первом послании сказано, что Первая мировая война скоро кончится, но если человечество не одумается, начнется новая война еще страшнее. Обращению России в христианство посвящена большая часть фатимских пророчеств. Самая важная их часть, ибо явление в Фатиме произошло незадолго до событий Октябрьской революции в России. Дева Мария предсказала: Россия распространит свои ошибки на другие страны. Множество городов и людей будет уничтожено. И началась Вторая мировая война. Еще Богородица предсказывала, что Папа Римский будет сильно страдать. Но в конце концов он посвятит Россию непорочному сердцу Богородицы и обратит в христианство. И во всем мире, как и в Европе, воцарится мир. 13 мая 1981 года, в годовщину фатимского явления, покушение на Иоанна Павла II. Он чудом выжил. Врачи были поражены, потому что ранения были, по сути, смертельными. Но пули невероятным образом не задели. Обогнули жизненно важные органы, отклонившись от них буквально на пару миллиметров. И папа выжил. Три года спустя, в 1984 году, Иоанн Павел II провел обряд посвящения мира Богоматери. Спустя год к власти пришел Михаил Горбачев. Однако третье пророчество Богородицы осталось закрытым. Говорят, что в нем есть сказания и о будущем России. Но, понимаете, говорить о том, что скрывается, и объявлять, что скрывается, мы не можем по одной простой причине, потому что это известно, может быть, только одному человеку. И только новый папа, становясь, он вскрывает тот конверт, который ему оставил предыдущий его предшественник.
И только папа знает. И он уже решает, наступил ли тот момент, когда нужно об этом сообщить, или не наступил. Поэтому говорить о том, что скрыто, можно все, что угодно. Но на самом деле никто не знает, что на самом деле там. История католической церкви похожа на маятник. Его качает из одной крайности в другую. Роскошь и аскеза, разврат и целибат, убийство и исцеление. Интересно есть у Фомы Аквинского отповедь. Когда ему папа сказал, что вот смотри, как церковь поменялась. Сейчас раньше она была не нищенствующей, а теперь она вся в золоте. На что Фома Аквинский сказал, да, но раньше церковь могла сказать безногому «встань и иди», а сейчас она этого сказать не может. В начале средних веков на смену святым великомученикам пришли сластолюбцы и отравители. В новое время маятник качнулся в обратную сторону. Однако Ватикан, как и раньше, продолжает прятать от мира множество тайн. И за прошедшие века их не стало меньше. Громкий скандал разразился в январе 2014 года в Великобритании. Полицейское управление Скотланд-Ярд обнаружило крупный заговор в своих рядах. По мнению следователей, за ним стоит могущественная организация – масоны. Сразу несколько авторитетных британских изданий опубликовали секретный отчет Скотланд-Ярда, озаглавленный «Операцией Тибериус». В нем есть данные о попытках масонов влиять на ход уголовных дел через полицейских, которые состоят в тайном братстве. Лондонский департамент полиции комментариев по этому делу не дал. Равно как и объединенная Великая Ложа Англии, которую возглавляет принц Эдуард, герцог Кентский. Масонов называют теневым правительством мира. Им приписывают все важные политические решения последних трех столетий. Их мнят вдохновителями всех крупных войн и революций. Этот орден представляют настолько могущественным, что многие считают его мифом. Так кто же они, масоны, и насколько они влиятельны? Может показаться невероятным, но орден реально существует. Более того, в мире есть только одна сила, которая ему противостоит. Возможно, именно она и нанесла удар по его полицейским агентам. Это одно из самых засекреченных святилищ в самом центре Рима. Посторонним вход сюда закрыт, и мало кто из простых смертных, не говоря о съемочных группах, переступал порог этого необычного храма. В этих стенах рождаются, возможно, самые важные политические идеи в мире. Именно здесь, а не в Ватикане, находящемся в паре километров, решается, как должна жить и что должна думать западная цивилизация. Это главная итальянская церковь масонов. Одно из первых лиц в масонстве – великий суверенный командор Великой Ложи Италии Луиджи Прунетти впервые пустил журналистов в святая святых и любезно согласился провести для нас небольшую экскурсию. Прежде всего он рассказал, откуда взялись масоны. Объединение под названием масонство зародилось в Лондоне в праздник святого Иоанна в 1717 году. И у этой организации удивительная судьба. Почти мгновенно этот тип общности распространился по всей Европе, особенно во Франции и Нидерландах. Уже в 1730 году оно имело большие активные центры в Париже и Лионе. В 1731 году приходит в Италию. По официальной версии, это тайное общество произошло из средневековых корпораций европейских строителей. Изначальное название «фримасон» в переводе означает «вольный каменщик». Однако ряд исследователей утверждает, что знания, структуру и цели они унаследовали от католического духовного ордена рыцарей-тамплиеров. А тем якобы удалось постичь знания древних египетских жрецов, сохранившиеся на Святой Земле. Католическая церковь сначала благоволила духовным орденам, госпитальерам иоаннитам или рыцарям Мальтийского креста, иезуитам-тамплиерам. Первое время масоны считались чуть ли не правопреемниками последних. В деятельности католического мира, скажем так, всегда было то, чего, скажем, никогда не было в православии. Это некая деятельность
закрытых структур. Ну, мы знаем классику. Иезуиты, Опус Дей теперь вот и так далее и тому подобное. Есть менее известные ордена. Конечно, все это связано в значительной мере именно с этим. И вот здесь мы должны вспомнить знаменитую идею иезуитов о том, что, может, это лозунг, что цель оправдывает средства. Власть, стремление к власти любым путем. Масоны всегда умели хранить свои секреты. Что происходило за дверями их тайных собраний, не знал никто. Далеко не сразу Ватикан установил, что мировоззрение масонов, как людей образованных и просвещенных, было далеко от догматов католицизма. В ряды вольных каменщиков брали представители всех конфессий. Главное, чтобы человек был умен и влиятелен, то есть мог послужить братству. И очень скоро масоны поняли, что представляют собой серьезную силу, не меньшую, чем даже сам Ватикан. И начали строить свою корпорацию. Туда могли вступать протестанты, католики, евреи. Это явное преимущество масонства. Потому что мы в 18 веке. Это век толерантности, это век английской теории общественного договора. Это век, который положил начало борьбе против предвзятого отношения к людям по причине их социального положения или религиозных убеждений. Сегодня, по общим оценкам, масонов во всем мире насчитывается около 6 миллионов человек. Из них около 500 000 в Великобритании и почти 2 миллиона в США. Это основные по численности ложи. Казалось бы, это ничтожно мало против миллиарда правоверных католиков, слепо внимающих воле и каждому слову Папы Римского. Но все дело в том, кто конкретно входит в масонское братство и с какой целью. Масонство по своему происхождению было антицерковным. Они назывались вольными мыслителями, в том смысле, что стремились уйти от повсеместного влияния церкви. Масонство – это власть, это большие банки, это денежные потоки. Главный масон Италии Луиджи Брунетти считает, что именно члены тайных обществ в конце 18 века сыграли ключевую роль в создании независимых Соединенных Штатов Америки. Первое, что они сделали – революцию и войну за независимость. Масоны были авторами Конституции и Декларации независимости США. Масонство играло роль, например, в формировании политической и социальной среды абсолютно нового типа – Соединенных Штатов Америки. Достаточно сказать, что в Конгрессе Филадельфии, где зародился проект создания Соединенных Штатов Америки, из 56 делегатов 50 были членами масонских лож. Самый первый американский президент Джордж Вашингтон, несомненно, был масоном. Именно с его избрания возникла традиция ставить во главе государства членов тайного общества. Выборы лишь видимость. Стратеги закулисья к тому времени умели управлять общественным мнением. Но самое важное даже не это. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, вся Америка была создана масонами и для масонов. Целое государство как инструмент влияния. Это страна, которая несет в мир демократию. Но демократию не в понимании политического устройства. Для чего это нужно? Потому что демократия, она как бы является идеальной формой для того, чтобы страной управляли секретные общества. Вот эта тонкость, которая была и сделана, и апробирована. Отцы-основатели США не только не скрывали свою принадлежность к тайному братству. С помощью государственных символов они заявили всему миру, кто они такие. Но эти символы тоже может читать лишь посвященный. Долларовые купюры – не просто валюта, а целые масонские послания. На этих купюрах есть масонский символ – пирамида со всевидящим оком наверху. В этой пирамиде 13 слоев. В гербе этой страны 13 стрел, 13 маслин, 13 пучков травы у пирамиды. Действительно,
Отцы-основатели Соединенных Штатов Америки заимствовали у масонства и другие подходы. Например, любовь к символическому изложению, посланием, которое можно было в полной мере понять, лишь зная определенные вещи и имея навыки, то есть обладая ключами к ним. Достаточно обратить внимание, например, на основание столицы Соединенных Штатов Америки, города Вашингтона, на красноречивую символику монументов этого города, на церемонии заложения основных зданий или же на некоторые символы Соединенных Штатов Америки, которые хорошо видны на банкноте в $1. Тайные общества не только создали Америку, они до сих пор ею управляют. Как утверждает историк Андрей Синельников, почти все американские президенты и многие ключевые фигуры политической структуры США – это выдвиженцы секретных обществ. Их миссия выражена в символах на долларовой купюре. Novus Ordo Seclorum – новый порядок на века. Они выращивают себе смену из тех студентов, которые прошли через эти всякие черепа и кости, лайонс-клубы, ротари-клубы. Поэтому, соответственно, они имеют большое влияние на политику, потому что ее члены в этой политике просто живут. В кампусе Йельского университета располагается вот этот старинный особняк, его называют склеп. На фасаде нет окон, на дверях висят большие замки, а на крыльце табличка, запрещающая вход посторонним. Этот необычный дом – собственность студенческого братства. И в этом не было бы ничего особенного, ведь в американских вузах очень популярны подобные сообщества, если бы не одно «но». Название этого клуба – «Череп и кости». Это одна из самых древних и влиятельных тайных организаций в США. Ее членами являются президенты, известные политики, крупные бизнесмены, банкиры и руководители силовых структур. Этих людей объединяют клятвы, скрепленные кровью. И именно они принимают решения, влияющие на весь мир. От них зависит цена на нефть или начало войны в любой стране. Ясно, что они себя не афишируют, но они обладают такими огромными финансовыми ресурсами, обладают гигантскими возможностями, что об этом просто надо говорить, кричать на всех углах и говорить людям, чтобы люди знали об этом, что многие люди об этом даже не догадываются. Членов братства «Череп и кости» не секрет. Каждую осень со дня своего основания в 1832 году таинственный орден пополняется 15 студентами Йельского университета. Среди претендентов представители только самых знаменитых американских семей. Промышленные магнаты Фелпсы и Уитни, миллиардеры Рокфеллеры, политики Тафты, нефтяники Буши. Попасть в этот узкий круг избранных постороннему человеку невозможно. Со студенческой скамьи приверженцы ордена стремятся к власти и деньгам, а их старшие братья помогают им в этом. Только представьте, три президента Соединенных Штатов Америки были членами тайного общества «Череп и кости». Но настоящее могущество ордена обычно американцы увидели в 2004 году, во время предвыборной президентской кампании. Два основных конкурента, Джон Керри от Демократической партии и Джордж Буш от республиканцев, на публике были непримиримыми оппонентами. И казалось, что этих политиков ничто не может связывать друг с другом. Но сенсацией оказалась новость, что оба потенциальных претендента на главный пост страны являются выпускниками Йельского университета. Мало того, они оба члены тайной организации «Череп и кости». Для экспертов это не стало открытием. Именно орден спонсировал кандидатов. И независимо от результатов голосования, в Белом доме будет сидеть свой человек. А значит, интересы членов закрытого клуба будут всегда в приоритете. Демократия – это все для дураков, понимаете? Все кандидаты являются членами масонских лож. И кто из них придет, для них по большому счету это по барабану разница, понимаете? Все равно они будут выполнять волю этого комитета 300, который им будет ее диктовать. Вот и все. Но многие специалисты считают, что реального влияния на мировую закулису у ордена «Череп и кости» нет. Все самые главные вопросы решаются в других группах, таких как Бильдербергский клуб, который объединяет не только американскую элиту, но и самых влиятельных людей планеты из разных стран. Эксперты утверждают, что именно эти люди и разработали теорию золотого миллиарда.
Идея этой доктрины проста. В ее основу входит исследование, которое заказали члены Бильдербергского клуба в 70-х годах прошлого века. Ученые сопоставляли количество полезных ископаемых на Земле и предположительный рост населения планеты. Результат оказался ошеломляющим. Выяснилось, что природные ресурсы на Земле ограничены. И для комфортного проживания в третьем тысячелетии на всех землян природных ресурсов не хватит. А хватит только для 1 миллиарда человек. И вот этот комитет 300 сформулировал теорию золотого миллиарда. В течение 100 лет на Земле должно остаться не более 1 миллиарда людей, для которых хватит природных ресурсов. Остальные 5,5 миллиардов землян подлежат безусловному и поголовному уничтожению. В золотой миллиард входят США, Канада, Западная Европа, Израиль и Япония. По плану, население всех стран должны быть сведены к минимуму. По словам экспертов, добивается этой цели тайная организация самыми разными способами. В бедных африканских странах это искусственное распространение всевозможных инфекций и вирусов, от которых гибнут миллионы людей. С арабскими государствами следует справиться с помощью революций и гражданских войн. Ресурсы энергетические, сырьевые. Россия в настоящее время на душу населения у нас в 10 раз больше, чем в Соединенных Штатах Америки, и в 28 раз больше, чем в Западной Европе. Поэтому окончательным целью мировой закулисы является не Северная Африка и не Ближний Восток. Окончательной целью замыслов мировой закулисы является Россия. Россия не входит в список золотого миллиарда. И эксперты не сомневаются, что наша страна тоже станет жертвой тайного мирового клуба, а может, уже стала. Распад СССР, по мнению специалистов, это не что иное, как попытка захвата богатых месторождений ископаемых. Захватить раздробленный регион, обуреваемый междуусобными конфликтами, проще всего. Это всего лишь бизнес, борьба за ресурсы. Америка провоцировала вот эти вот революционные движения, которые она считала как формы распространения демократии. Во всяком случае, так сказать, свержение монархических режимов всегда шло как форма установления демократических вещей. Это амбивалентность, это может быть наше немножко такое представление, что вот... Но Америка в этом смысле была вот в этом смысле, она как бы страна, провоцирующая революции. США и прежде всего масонские финансовые круги расценивали СССР как колониальную империю с 15 республиками во главе с Россией. И применили свой проверенный план – провоцирование колоний на отделение от метрополии. Ранее они успешно проделали это с Великобританией, Францией, Португалией. По мнению историка Джона Рапопорта, в наши дни мы наблюдаем то же самое. Только под колониями России имеются в виду уже субъекты Российской Федерации. И наиболее удобное слово для того, чтобы описать это – глобализм. Это слово обозначает идею о том, что теперь личности не имеют значения. Сама идея личности должна быть уничтожена. Все должно быть для группы, коллектива, массы. Что суверенные нации должны перестать существовать. Россия осталась единой. Военные конфликты в стране не вышли за пределы Северного Кавказа. Африканский сценарий с распространением эпидемии здесь не работает. Но аналитики уверены, мировая закулиса нашла другой способ, чтобы уничтожить население нашей страны – алкоголь. Алкоголь всегда считался оружием массового уничтожения не только людей, но и целых народов. Алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. В 1942 году Гитлер... Это опасный враг нашей страны. Он, формулируя основу оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего 3 предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок, только водка и табак. Это звучало бы невероятно, если бы не официальная статистика. Ежегодно из-за злоупотребления алкоголем в России умирает 700 тысяч человек. Это население крупного города средней полосы. Еще одна проблема алкоголизма – рождение физически или умственно неполноценных детей. По данным ученых, это 160 тысяч младенцев в год.
По прогнозам специалистов, к 2015 году по сравнению с 1995 численность населения России сократится на 20%, а в последующем будет уменьшаться вдвое каждые 25 лет. Эксперты уверены, что доктрина золотого миллиарда работает. И для нашей страны мировая закулиса приготовила только один вариант дальнейшего существования. Это нищета, низкий уровень жизни и вымирание. Но остальная часть человечества, она должна естественным образом вымереть. А остаться только та часть, которая будет обслуживать золотой миллиард. В июне 1991 года в германском городе Санд на встрече билдербергского клуба Дэвид Рокфеллер заявил: «Мир сегодня более совершенен и более предрасположен к созданию единого мирового правительства». А уже через два месяца Советский Союз прекратил существование, и мир стал однополярным во главе с Соединенными Штатами. Как это ни странно, как это вот не парадоксально звучит, где-то Америка – это страна, которая очень сильно провоцировала и провоцирует революции. Вот там, где происходит революция, это, я подчеркиваю, демократический. В этом смысле, как бы, вот она, вы видите ее цивилизационную роль. Вот она и здесь находит свое проявление. По мнению итальянского политолога Джульетта Кьезе, не только масоны стремятся к мировому господству. На мировой политической арене есть еще один мощный игрок – Римская католическая церковь, идеологический центр Старой Европы. И подоплека важнейших событий лежит в противостоянии Ватикана и масонства. Все, что происходит среди элиты Старого Света и США, по сути, борьба двух глобальных группировок. Это группы, которые сталкиваются между собой, потому что они разделены по интересам, и поэтому, когда они выходят на мировую арену, они или заключают временные союзы, или дерутся. Так исторически сложилось, потому что вся мировая финансовая система находится в руках представителей этих двух лагерей. Им нужны новые ресурсы, рынки сбыта для продукции своих транснациональных корпораций и адепты, готовые отдать кошелек и жизнь тем, в кого они верят. Власть находится в эпохе главного денег. Деньги являются самым главным, возможность ими регулировать, манипулировать, является главной силой властных структур, которые управляют миром. По мнению историка масонства Альда Моллы, эта война началась, когда в Европе возник так называемый Орден Иллюминатов. Братство Иллюминати означает «просвещенное». Было основано в 1776 году профессором юриспруденции Ингольштадтского университета Адамом Вейсгауптом. Оно является одним из самых закрытых среди всех тайных обществ. В орден с большой охотой входили ученые, политики, рационально мыслившие предприниматели. Все те, кто искал альтернативы церковным догматам и стремился к торжеству разума над суеверием. С одной стороны, в ложу вступали, чтобы хранить традиции Джезуэ Кардуччи или Джованни Пасколи, этих великих масонов прошлого. Но с другой стороны, хотелось иметь контакты с англосаксонскими и американскими ложами, которые могли открыто быть масонами в своих странах и не скрывать этого. Это удивляло итальянцев, а иностранцы не могли понять отношение к этому в самой Италии. Иллюминаты немедленно стали злейшими врагами Ватикана и подверглись гонениям и преследованию. Они нашли сочувствие и приют в масонских ложах. А позднее, по мнению некоторых историков, постепенно окрепли и захватили власть в масонских структурах, используя их хорошо налаженные обширные связи для распространения своего влияния по всему миру. В Германии членами этого ордена были многие известные люди. И среди них такой человек, как Иоганн Вольфганг фон Гёте. Своей основной задачей они считали просвещение, даже в его антиклерикальном проявлении. В результате внутри масонского сообщества возник отдельный тайный орден, не подконтрольный никому. И он стал серьезным политическим конкурентом Ватикана. Влияют ли они на политику или не влияют, я могу сказать так, и однозначно. Любая организация общественная на политику влияет.
По одной простой причине, что она организована, имеет своих членов, имеет свои уставы, имеет свою иерархию и свою лестницу послушания. Под давлением Ватикана в 1784 году братство иллюминатов было официально запрещено баварским правительством, что заставило его еще глубже уйти в подполье. Только соблюдение строжайшей секретности могло обеспечить им безопасность. Однако слухи о воинствующем сообществе интеллектуалов распространялись в академических кругах, и в братство начали вступать лучшие ученые Европы. Именно иллюминаты сформировали костяк нового ордена масонов. Но и у них было множество направлений. Ионитское, старый добрый шотландский устав. Они существовали внутри единого масонского учения. Консервативная позиция римской католической церкви противоречила реалиям времени, что позволило иллюминатам серьезно укрепить свои позиции сначала в Европе, а потом и в Америке. Привлечение большого числа крупных ученых позволило им стать реальной силой в экономике и политике. Представители братства попали в британский парламент, казначейство США, участвовали в создании банков и бирж, учреждении университетов и научных фондов. То, что масоны влияют на политику Америки, безусловно, по одной простой причине, что их несметное количество в Америке. И практически все президенты американские, они имели послушание в масонстве. Мало этого, масоны заняты тем, что они патронируют студенческие организации Йеля, Гарварда, Оксфорда. В 1892 году папа Лев XIII выпустил энциклику, утверждающую, что масоны пытаются возродить обычаи язычников и установить царствие сатаны на земле. Этого масоны стерпеть не пожелали. После чего, как полагает историк тайных обществ Юрий Воробьевский, адепты тайных обществ стали внедряться в иерархию Ватикана. Или же перевербовывать духовенство на свою сторону. Это принесло свои плоды. В 1981 году папа Иоанн Павел II официально разрешил католикам становиться членами масонских лож. В 80-е годы прошлого века мы помним, что появилась энциклика, которая вообще сняла запрет на участие, формальный запрет, хотя бы формальный, на участие католиков в масонских ложах. В итоге, все, о чем я говорю, является, как мне кажется, такой духовной основой для сращивания католических структур, в первую очередь, я думаю, вот этих вот закрытых организаций. Но победил ли кто в этой многолетней непримиримой войне? Историки полагают, что папство было фактически разрушено масонами еще в 1958 году. Это было кульминацией 200-летней кампании по проникновению масонов в католическую церковь и ее уничтожению. Считается, что понтифики Иоанн XXIII и его преемник Павел VI уже состояли в масонских ложах, а Иоанн Павел II лишь узаконил свершившееся. У нас есть разнообразные группы, такие как Совет международных отношений, Тройственная комиссия, группа Бильдерберга. Они пытаются сдвинуть мир в эту сторону. Ватикан – это одна из групп, которая пытается сдвинуть мир в эту сторону и заявить о своем месте в системе управления миром посредством сильного влияния на Евросоюз. Посредством серьезного влияния на определенные банковские решения, которые делаются в ЕС и в США. Но что за игры на самом деле происходят в мировом закулисье? Ведь Ватикан ведет себя по-прежнему. Кто является двойным агентом? Конспирологи утверждают, что во всех бедах мира виноваты транснациональные корпорации и банкиры, готовящие заговор против человечества. По мнению историка тайных обществ Джона Рапопорта, это в некоторой степени может быть верно. Но это та часть правды, которую хочет показать враждующая сторона. Церковь очень разумна и занимается планированием будущего. Я имею в виду следующие 100 лет, следующие 200 лет. Где мы будем, как мы будем себя позиционировать? Как мы сможем достичь наибольшей степени влиятельности, сохраняя лицо человечности и благотворительности и добра для всех?
Как полагает американский политолог Джон Рапопорт, Ватикан – это тоже гигантская корпорация. Есть генеральный директор в лице Папы Римского, который управляет всем и является лицом компании. Однако утверждать, что понтифик управляет всем Ватиканом, может лишь человек несведущий. И как и в любой корпорации, нужно смотреть на то, кто находится в совете директоров. Кто те люди, которые инвестировали больше всего в эту корпорацию? Теперь мы уже говорим о суммах за кулисами. Предположительно, несколько высокоранговых иезуитов в любом временном отрезке. Мы говорим о людях, которые являются банкирами, связанными с Ватиканом, у которых есть громадные суммы денег, финансисты. Эти люди тоже участвуют в принятии решений, ведь никогда не следует думать о папе, как о человеке, который принимает все решения самостоятельно. По официальным данным, активы Ватикана в 2013 году составили более 6 миллиардов евро. Но это обнародованная цифра. По мнению аналитиков, финансовый резерв Ватикана в десятки раз больше. Некоторые эксперты называют суммы в сотни миллиардов долларов. А это весьма серьезные деньги для государства общей площадью в 44 гектара и с постоянно проживающим населением в 821 человек. И за доступ свободно распоряжаться папской кассой всегда шла борьба. Но откуда у святых отцов такие деньги? Во-первых, это всевозможные доходы, которые имеют от чего, да? Вот. Плюс просто пожертвования существуют. Плюс, естественно, банковская деятельность, которая дает какие-то проценты, там, накрутки и все прочее. Вот. Точную сумму никто никогда не назовет. Но то, что это не десятки, а сотни миллиардов долларов, там, в этом нет никакого сомнения. Поэтому всегда был интерес к этим деньгам. Потому что многие хотели извлечь финансовую помощь себе. Вот, и поэтому многие пытались к этому делу как-то пристроить, назначить своих, чтобы был их человек, стоял, пусть даже не во главе банка, а, так сказать, там, в тех кругах, которые занимаются решением финансовых вопросов. Банк Ватикана – самый уникальный банк в мире. Он не следует ни одному финансовому законодательству, подчиняясь только своим традициям. Его сотрудников не могут допрашивать ни правоохранительные, ни налоговые органы. И в этом его уникальность для тех, кто не хочет раскрывать свое состояние и свои финансовые операции. Это один из, ну, их по пальцам одной руки пересчитать, банков, которые совершенно непрозрачны. Мало того, что они непрозрачны, они имеют отношения со всеми непрозрачными банками мира. А в соответствии с этим они могут в себя втягивать деньги, не имеющие справки о происхождении, и выдавать их уже белыми. То есть это некая такая большая стиральная машина для международных мафиозных денег. Эта информация будет скрыта не хуже, чем тайна исповеди. Здесь никогда и ничего не говорят ни о клиентах, ни об их счетах. Данные здесь не обрабатываются электронным способом, что исключает возможность проникновения через компьютерные сети. И ни при каких обстоятельствах банк не публикует отчеты. Политолог Джон Рапопорт считает, что Святой Престол – идеальная структура для сбора материальных ценностей от верующих людей, от бизнесменов, от компаний и корпораций, которые управляются католиками. Это очень огромная сеть, которая оперирует уже 26 сотен лет. Так что очевидно, что мы с вами говорим об огромных накоплениях тайных богатств. Эти богатства делались веками. Например, в третьем веке нашей эры мы можем говорить о накоплениях в виде земель, золота, сокровищ, активов, коллекционных деньгах, инвестициях, банковской системе, которая была изобретена и распространилась по всей Европе, и которая точно благоволила церкви.
Я считаю достаточно достоверным фактом то, что знаменитая банковская семья Ротшильдов работала в виде банкиров Ватикана. Однако два мировых идеологических полюса – масонство и церковь, наука и религия – до сих пор тесно связаны. В 2010 году католическая церковь активно стремилась к созданию нового мирового центробанка, который отвечал бы за регулирование глобальной финансовой индустрии и международной денежной массы. Значительная часть денег клана Ротшильдов в действительности пришла из Ватикана, которые они могли инвестировать. Теперь эти деньги невозможно отследить. Это просто нереально. Потребуется порядка 100 лет, чтобы исследовать историю и детализировать те места, откуда приходили те деньги, и как они использовались. Но цифры, которые предоставляет церковь, определенно являются ложными. У нас есть только 150 миллионов долларов в Америке. Ага, точно. Это мелкие монетки для Ватикана. У них есть невероятные объемы денег, активов, земель и людей, которых они контролируют. Но кто же помогает охранять самые разные тайны святых отцов католической церкви? Какая структура является той спецслужбой, которой беспрекословно подчиняются и боятся все кардиналы и епископы? Совсем недавно на авансцену католического христианства вышла таинственная светская организация «Опус Деи». Многие историки тайных обществ предполагают, что за симпатичной вывеской беззаветного служения Господу скрывается самая настоящая карательная структура. Оказывается, многие чиновники различных государств Европы состоят в этой организации. Существует информация, что люди, имеющие прямое отношение к ордену или сочувствующие, находятся чуть ли не в правительствах многих государств Западной Европы. Там, скажем, итальянские эксперты, как я помню, сравнивали деятельность, уже современную деятельность Opus Dei с деятельностью в свое время печально известной ложи P2, которая готовилась к государственному перевороту. По информации историка Юрия Воробьевского, хотя орден Opus Dei светский, все его члены должны быть холостыми или оторванными от семейных уз, а также жить отдельно от своих родных. Все они должны быть успешными в какой-либо сфере профессиональной деятельности. Самым важным моментом является то, что член этого ордена без особого специального распоряжения не имеет права раскрыть свое членство в этой структуре. Ну вот, по официальным заявлениям самого ордена, вроде бы сейчас их там что-то в мире 80 с чем-то тысяч. Сколько на самом деле, трудно сказать. Но от какой структуры должен был защищать Святой Престол орден Opus Dei? От кого исходила непосредственная опасность? Считается, что причиной ватиканского скандала стала масонская ложа «Пропаганда 2» под руководством некоего Ли Чжоджелли. Это видно из самих заявлений Ли Чжоджелли. «Мы — это группа людей», — заявлял он. То есть Ли Чжоджелли собирал адептов в самых разных сферах политической власти в Италии. И делалось это в качестве стратегии масонской ложи P2. Масонство — это современная мафия. Смогло внедрить своих людей во все основные государственные области в Италии. В полицию, в отряды карабинеров, в армию, в банки, в государственные структуры и даже в суды. Более того, даже во всей структуре государственного аппарата Италии у них есть свои люди. Она активно участвовала в политической жизни Италии, Аргентины, Уругвая, Бразилии. Но совсем не политическими методами. После аннулирования патента ложи ее членам были предъявлены обвинения в терроризме и связях с мафией. Кроме того, P2 иногда называли государством в государстве или теневым правительством. Стратегия напряженности, начатая в 1969 году вместе с бомбой в банке «Делла Агрикультура» на площади Фонтана в Милане, мы можем увидеть, что практически ни один из уголовных процессов, проходивших в последние 40 лет, так и не привел ни к какому приговору.
Это очень помешало объективному расследованию различных преступлений. Более того, когда начиналось новое следствие в отношении одного или нескольких членов теневого правительства ложи Пи-2, сразу мобилизовывался весь их пособнический аппарат, так писали итальянские СМИ. Якобы только этим можно объяснить, почему ни один из уголовных процессов над масонской мафией так и не был доведен до конца. На каждой стадии есть кто-нибудь, кто способен сунуть палку в колеса, помешать движению вперед. Таким образом, у них есть мощная организация, работающая на криминальных принципах и связанная круговой порукой. В Италии мы это наблюдали слишком явно, абсолютно очевидно, но, естественно, эти мафии имеют и международные связи. По мнению итальянского историка масонства Альдо Молы, достоверно неизвестно, по чьему же заказу было начато преследование ложи Пи-2. Официально считается, что депутаты итальянского парламента инициировали проверки этой ложи. Однако есть предположение, что на самом деле за преследованиями масонов стояла римская курия, главный административный орган Ватикана. Она-то и дала команду уничтожить масонов. По мнению аналитиков, это был всего лишь новый виток клановой борьбы, в котором могли использоваться любые средства, вплоть до сфабрикованных обвинений. Вспомним две волны преследований масонства. Первая волна принесла преследование ложи Пи-2 и обвинение ее в самых различных преступлениях. Члены ложи видели свои имена в журналах как преступников. Итальянское общество их осуждало, но затем суд Рима полностью их оправдал. Вторая волна преследований масонов прокатилась в 1992 году. Альдо Мола связывает ее с прокурором города Пальми Августино Кордовой, который запросил списки всех масонов Италии. В прессе масонов представляли как преступников. По чьей указке действовал прокурор, до сих пор является тайной. Процесс лопнул как мыльный пузырь за отсутствием улик. Но массы под впечатлением от публикаций в средствах массовой информации уже начали демонизировать масонство. Это мнение и демонизация братства масонов обществом затем стала причиной возобновления расследований по ложам «Пропаганда 3» и «Пропаганда 4». В декабре 2009 года итальянские исследователи обнаружили связь между Ватиканом и мафией. Был это ответный удар со стороны масонского сообщества или нет, до сих пор тайна за семью печатями. Но факт остается фактом. Полиция по борьбе с финансовыми преступлениями проверила транзакции Банка Ватикана. И выяснилось, что за 2 года через счета Банка Ватикана было проведено свыше 180 миллионов евро в виде чеков. Я думаю, что изначально этот банк, наверное, создавался ради того, чтобы оторваться вот от этой, так сказать, мировой финансовой банковской мафии, которая существует, чтобы быть независимыми. Ну, в какой-то мере это, наверное, удалось. Вот, а сейчас, да, существует информация об очень печальных процессах, связанных и с наркомафией и так далее. А вы знаете, без наркодолларов, без наркофунтов, без нарко-йен и так далее, я думаю, что вот тем закрытым структурам, о которых мы говорим, не обойтись. Итальянский политолог Джульетто Кьеза полагает, что эти обстоятельства, а также финансовые махинации и коррупция в Ватикане заставили покинуть свой пост предыдущего папу римского Бенедикта XVI. Церковь, которая сливается с финансами и становится таким образом одним из главных действующих лиц финансовых схем, как это произошло в истории Италии, это церковь, которая пересекается в своих делах с делами мафии, с организованной преступностью. Но прежде всего, с философской точки зрения, католическая церковь на протяжении 20 века слилась с западным образом жизни. Она стала идентифицироваться с ним.
В первой половине 20 века это было не так очевидно, но со второй половины для католической церкви, как для духовной силы, это превратилось в ее серьезный недостаток. Более того, политолог считает, что причиной всему внутрикорпоративные распри и неверно выбранная стратегия. Папа Бенедикт XVI не захотел взять на себя ответственность за те решения, которые были приняты коллегией кардиналов за последние годы. Прежде всего, это относится к признанию теории эволюции Чарльза Дарвина. Я думаю, что кризис, который привел к отставке Ратцингера, папы, который недавно сошел со сцены, и к приходу папы Франциска, означает, что кто-то начинает понимать, что если церковь останется без изменений, она будет обречена потерять статус вселенской, статус проповедника номер один в мире. Она не может им быть, потому что весь мир, его большая часть, вращается по другим орбитам. Джон Рапопорт полагает, что и Ватикан, и масонов объединяет еще одно. Все страны должны объединиться в глобальную систему управления. И эта система должна управляться из единого центра, так же, как управляется Европейский Союз. А сверхзадачей этого проекта станет одна большая страна с единственной религией. И основной скачок в этом направлении был сделан за последние 20 лет. Так что Ватикан очень-очень важный игрок в этом движении в сторону глобализма. Как все будет развиваться в будущем и кто выиграет наибольшую власть, это нам еще предстоит увидеть. В последние годы Ватикан активно заигрывает с Русской Православной Церковью. То передавая в дар христианские святыни, то осаживая не в меру ретивых кардиналов от нападок на РПЦ. Что же побуждает Ватикан и масонские тайные общества к этому? Конспирологи предполагают, что это связано с верой в пророчество святого Малахии. В 1595 году святой сделал пророчество о последних 112 папах римских. Там сказано, что нынешний понтифик будет последним перед концом света. То есть после смерти Франциска на святейший престол взберется антихрист. По мнению президента Международной академии наук по проблемам национальной безопасности Валерия Спектора, папе Франциску уже сейчас угрожает опасность. Это структуры, которые позволяют себе не считать для себя обязательным распоряжение папы римского, которые считают, что они хранят традиции, а в то время как папы только совершенствуют их. Утверждать о том, что католическая церковь должна быть церковью бедных, да? Это им все очень не нравится. Так же, как им, в общем-то, не очень нравился и Иоанн Павел II, да? И, в общем, совершенно не случайно появился некий стрелок. Я не могу исключить, что такое же может случиться и во время правления Франциска. Последнее пророчество святого Малахии гласит: во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний, по свершении чего город Семи Холмов будет разрушен, и судья страшный будет судить народ свой. Нострадамус писал, что при 112-м папе общая кровь зальет землю. Люди будут жить с закрытыми ртами, и придет непредсказуемое. Однако толкователи предсказаний в один голос утверждают, что ни о каком конце света речь в пророчестве не идет. Малахия говорит о конце эры непогрешимого папства и окончании всемирного влияния католической церкви. Здесь, в Европе, многое искажено материализмом, идеологией потребления. Но, с другой стороны, наступает ислам, влияние которого в Западной Европе с каждым днем усиливается. Надеемся, что Россия окажется хранительницей христианских ценностей. 12 января 2014 года Папа Римский Франциск сообщил, что на предстоящем особом совещании кардинальской коллегии консистории обретут красную кардинальскую мантию 16 новых князей церкви.
Список возглавил государственный секретарь, глава правительства Святого Престола, итальянский архиепископ Пьетро Паролин. По древней традиции католической церкви, именно он, первый министр Ватикана, становится преемником папы. Странное совпадение, но Пьетро – это именно Петр. И этот кардинал – именно римлянин. Что это, воплощение пророчества в жизнь? Или блестящий успех масонских интриганов против давнего идеологического противника?